Прости, Лёш. Да полная хуйня, не представляю, где я простыл. Я же дотер, блядь, я же не выхожу нахуй из дома никуда. Так, сквознячок, Лёх. Пиздец, у меня скоро в натуре, как бабка старая, блядь. Там сквознячок подул чуть-чуть, все. Бля, Лёха, вышел на улицу, ногу Лёха сломал. Побежал, блядь, за своим нахуй. И, блядь, не знаю чем. Ну давай, просто... давай, дошучи уже. Ну там, наверное, креслом каким-нибудь. Кресло. По котором ехать. Не, понял, нельзя шучу. Человека давить, чтобы он дошутил. Ну, видишь, я даже шучу плохо. Ну, блин, настолько мне хуёво. Ты это что-то часто ли болеешь? Да нет, на самом деле. Ой, тонко, тонко. Да нет, а кстати, что, реально? Я не тонко. Ну, просто иммунитет слабый, значит. Вообще не часто болел, в смысле? Ну, ты вот только-только там страдал, умирал, и сейчас опять. Так, когда? Так это ж оно же и есть, наверное, нет? До сих пор так под... Не, стоп. Ты дола она болел вроде как. Да не, что-то будет. Не, ты говоришь, блядь, сижу 39, мне хуёво. Это уже выпало, что ли, у тебя из головы? Это да, время. За неделю дола она сидел, короче. Он говорит, лучше. Может, сделать, реально? Пизда. Надо бы это, пойти в футбольца побегать. Да, забей, ты Пойти на улицу пиво попить с друзьями. 5 метров нет, пробежал, пиво и не всё. Пью, фак. Бля, пойти просто посидеть. Да, ты помнишь, как мы в футбол играли, Андрюх? Ебать трудно было. Да, да. Тяжело, малыши нас катали, бегали. Ну там вот этот один тащил, был у них Кэрри. Кучерявый такой? Ну я не помню, какой он был. Ну да. Че, вы, кстати, на буткем будете собираться перед отборами? Перед квалами? Наверное, нет. В тоже, в смысле? В онлайне получше получается, чем... Ну так типа такое же сделали бы это. Мне кажется, попродуктивнее было то, что мы с Буткем поиграли. Хуй его знает. Типа если в Москве где-то замутите, то вот чё. Хотя, я чё-то... В Москве, знаю. Кстати, я не знаю, там это... Ой, нет, приступи, что рассказывай. Не надо. Пол-то скоро, да. Блять, ни анонсов, нихуя. Есть инсайт инфа, фак. Хочешь, расскажу тебе? Лёх, ты не поверишь, у меня тоже есть инсайт инфа. Но я говорю, не анонсов, нихуя. Ну ладно. Факер любит подразнить. А чё, да, давай в личку. Сначала я одну треть инсайда, потом Эдмунд. Как-то... Ты меня в прошлый раз развёл. Нихуя мне не рассказал. Лёх, слышишь, ты мне тоже ничего не рассказал из того, что я не знал, и потом твой инсайт оказался неправдой, кстати. Left 4 Dead-то есть? А, есть Left 4 Dead? Ну пойдем в личку, фак. Ну давай, давай. Чёрт, ты первый. Какой оказался неправдой. Друг, тебе Left 4 Dead нужен? Не, у меня есть. Блядь, фак. Лёха, зачем мы в личку пошли, если ты не так озвучиваешься, что ли? Ну, короче, забавно. Да, мы идем. Вы что, в зомби? Да. Ебать, а у меня есть зомби вообще на компьютере? Бля, должны быть, мне кажется. Там, по-моему, еще у Шача есть зомби. Да, Шач с нами дома, когда мы очень-очень давно играли. Шач, пойдем. И он даже шарил у них. Зомбей. Left 4 Dead 2. Ой, блядь, я скриншот сделал, надо забить. Здесь еще где-то игры был с Абахом, но они в дудку катают. Они там что-то доигрывали. Ну, может, они доиграют и присоединятся. А как у нас Left 4 Dead 2? Есть. Ну, конечно, есть. Охуенно. Ну, конечно, охуенно. Так, ладно, я пойду пока поем немного, ребят. Чё поешь, Андрей? Куриные грудки в панировке, Лёх. И макаронки. Ну, нормально. Спагетти, спагетти. А здесь там что, какой-то соус и кетчуп? Как ну, нет, кетчуп нет, а соевый соус. Соевый соус? Ну да. Что, в сосну въебался или что? Да нет, нормально, очень даже. Пойду, Лёх, вернусь сейчас. Не знаю. Соевый соус, по-моему, такое говно вообще. Вообще, я что-то зашкварился, только что дрюс помыли. Ладно бы еще там какой-нибудь этот титерияки там с медиком вкусненький, с венцом. Соевый, это ж вообще поплава. Ну, с макаронами, в смысле, блядь, это ж что-то. Мне нравится, вот в последнее время беру вот Heinz барбекю. Вообще топовый. Что с курицей, что с макаронами. А я такую вообще поплаву не жрак, вот эти Heinz.
Не, Хайнц топовый, по-моему, продукт. Ну, бля, и недавно завез... От чего? Он же там из уксуса, блядь, такой прям аж, сука, кислый, мне настолько не нравится. Не, ну смотри, мне наоборот такие нравятся. А он, я, типа, самый натуральный из всех соусов, но в нем, блядь, столько уксуса, что он, походу, не прокиснет никогда вообще. Мне нравился Хайнц, короче, где-то полгода назад завезли в Украину, типа, Хайнц сырный, сыр? Короче. А его не было, да? Его не было в Украине. Да, я тоже слышал эту историю, пиздец, это как, блядь... Я даже не знаю, это, короче, очень плохо без сырного соуса жракать в фастфуде, это ж ужас. Не-не-не, в Макдональдсе хуй с ним, там 2 года. Именно, знаешь, в магазине ты идешь, и там пачками можно купить Хайнц, короче, ну, сырный. Да. Ну, конечно. Ну, там типа... Там еще нет. Так вот, и я уже второй месяц хожу в магазин, и типа программа «Жди меня», короче, я потерял этот соус. Не перестали его завозить, и как-то грустно даже не надо. Потому что он топовый, по-моему, этот сырный соус. У Хайнцев. Нормально такой, да. Не, я просто пробовал всякие кальвы, хуяльвы, блядь. Сырные, это пиздец. Это майонез, короче, с таким, как будто российский сыр, короче, натерли, который вот 2 месяца полежал в холодильнике. И типа такой... Ой, российский сыр, это, блядь, деликатес вообще. Охуенная тема, я его не ел ни разу. Не, один раз ел, потом больше не ел. Такое ощущение, что хаваешь, блядь, я не знаю даже что. Короче, не сыр точно. Короче, Лёха, а он еще 2 месяца полежал, они его натерли, блядь, и в соус, и в майонез окунули. Не, сыр с майонезом топовая тема. Я вообще, когда жрать хочу... Типа, так не, я про соус говорю кальвовский. Самая, это, пушка... Короче, ебашишь картофанчик, потом сверху курятинку, грудки, потом сыр потираешь майонезиком... Поливаешь и, блядь, в духовочку, и вообще делов полчаса, а жрака вкусная, пиздец. Курица как фарш или эти кусочки? Не, грудки значит... просто нарезаны, ну да. Нормально, в принципе. Так, не, я такую тему получается? С картошкой люблю больше с этой, с ветчиной, типа, такую делать. Фу, ветчина для пидоров, фак. Хотя, ой, подожди. Лё. Ебать овнейдж в прямом эфире. Фак, прости. Рофел. Прости. Хотя Андрюха вроде не включал еще, так что... Не, я включил. Да? Да-да-да. Нахуйня, фак, прости, пожалуйста. Чашечкой туда вареное яйцо растолочь и смешать с майонезиком. Что за... Вкусная штука, между прочим, попробуй, базарь. Чашечка, вареное яйцо растолочь и смешать. А чашечка нахуя? Просто типа? Да, просто. Ну, потом чтобы... ложечкой типа хавать? Да, ложечкой хаваешь. Вообще нормально. С позавтракать. С чеснок и на хлеб. Вада. Ваду можно кикнуть из конфеты? Чеснок, блядь. В натуре чеснок, походу. Вада чеснок? Чеснока в ебе, это как овса, фак, мне кажется, на этом же уровне. А тебе рассказывал, да? В смысле, мы шрофлили пиздец на эту тему. Так нет, подожди, а это с тобой, да, появилась вот эта шутка про овса в ебе? Я просто думал, это на аналитике. Она появилась на аналитике, но мы потом ее активно использовали. Но тебе рассказали, да, предысторию про овса в ебал? Да. Сука. А какая там еще фраза была, блядь? Овса? Я не помню, но вообще там читались неплохо. Космополитен, коктейль Космополитен, короче, овса въебал. Еще какая-то фраза. А, и плавленый сырок, блядь. Это 3 топовые фразы с аналитики. Точнее, слон финал. Сразу понятно, что вы там обсуждали, аналитики. Это мы между аналитикой обсуждали вот это. Про овса особенно. Про овес. А у Вады уже в чате оправдывается там. На Твиче. Правильный сыр. Плавленый сыр. Плавленый сыр и чеснок натереть? Что? Плавленый сыр? Не зря его замутил вчера. Сука. Да. Даже какая-то пауза неловкая. Нет, слышишь? А чё за овса въебал-то? Какова предыстория? Андрюх. Она передается словами или как? Она передается, но не на стриме.
Ладно, я понял. Это... Чё, на сколько? Раз, два, три, четыре... Пять, шесть, семь. Семь человек в Left 4 Dead уже есть, да? Ну, 26 будет, типа, скоро спать. Скоро спать. Вот так. Да, 6. Ну, это получается, ну... нам еще два молодых человека надо. Во-первых, два молодых человека, ну только давайте со скайпом, а то вот это сразу дисбаланс, когда берешь какого-то зрителя. А вот, а давайте Хехтуса позовем, типа, он что-то и может, вроде, в FOD. Давайте. Хехтус в VGN, который... Давай, да, в VGN, который сейчас, напишу ему. А этот, Кек, кстати, что там? А Кек, Кекс, походу, в арму съебался, блядь. Не-не-не, он спит, не, варму... Да хуй знает, куда ливнул из конфы неделю назад, и, не за... и все. Так, а что, может Илюх тогда еще будет? Сейчас напишу. Столяна? Да, да, да. Жеребец. Бля, факовник, чё-то. Не, я вспомнил, когда НС рассуждал про ники, типа игроков, самый неудачный. Какой, у кого самый неудачный? Киберспорт. Я не знаю, ну, типа, блядь, первый, самый топовый, это, типа, Столианер, потому что это жеребец. А второй ник, это Лолик О. Короче. Топовый? Ну, типа, топовый, да. Потом Смайл его удачно подъебнул про Найт Снайпера, типа. А, не, Найт Снайпер нормально тоже. Не, ну, ник сделанный, сколько, 12-13 лет, он, типа, не должен считаться. Ну, да. А почему мы это считается? Я помню, много было забавных ников в то время. Просто кто-то его оставил, а кто-то переименовал, поэтому... Андрюх, а какой у тебя ник был в 12-13 лет? Не помню, Бабун, по-моему. Бабун с ЖКЕ, Андрей, скорее всего. Не, просто Бабун, без ЖКЕ. Так, Лоу в КС удачный, по-моему. Гайс? А? Гайс? Хеса согласился, короче, что, его добавляй сюда? Ну, конечно. Да. Ебать, это он на Ватарке? А, это который... Кстати, жаль, да? Но нет. А у меня не отображается печаль. А, вот это... А, это этот же. Блять, из клана Сопрано. По-моему. А, да? Ну, нет, что ли? Да-да-да, это клан Сопрано. Фак, ты режиссер, Дэвид, нет? Да. Я на самом деле клан Сопрано так себе. О, да, слушайте, я... Ван Скорт втихаря зашел. Ванян. Мы в курсе, что ты здесь. Ты будешь? А, он, походу, без этого. Не, не хочет. Я в Тесо. Это что значит? Просто сейчас слушаю. Сейчас Джесус отключится. Тесо — это новый играж, вроде типа. Хисус. Хисус. Хисус АВГН. Эрдл Скроллс Онлайн. Вот Ванян играет во всякую гадость, а потом это говорит, ну, блядь, команда что-то подменили, как будто сами не свои, блядь. Правильно, ребят? Давай, больше... Не точно. Больше хейта. Вот Elder... больше, давай. Что Ваня писал еще про тиммейтов, давай. Все, я ничего больше не знаю. Давай расскажем всю правду. Всю правду. Не, ну давайте тогда все карты вскрывать. Давайте. Про релакс там. Мне нечего вскрывать. Давай, про релакс карты. Про... Я не знаю. Что ты знаешь про релакс, скажи мне? Четыре толковых пацана и один ёбок. Вообще, мне тоже винды не нравятся. Которые играют в разные игры, а потом пишут, ну, бля, команда что-то как будто сами не свои подменили. Открытики. Я, кстати, как с отпуска приехал, я получше играть стал немного. Ну, на время, сейчас уже опять, конечно. Нет, Андрей, я... Давай правду друг другу говорить. Давай. Пикаешь, что ты хорошо, мне нравится. Я не пикаю, Лёх. В смысле? Ну, мы команды как бы больше. Ну, блядь, короче, типа, неважно, кто там. А играешь ты как кусок, блядь, ветчины вот это, или про что там факер рассказывал. Который для пидоров тут вот. С чесноком, который еще. С овсом еще вместе. Бля, ну ладно. Не, ну типа, а че, от меня там кнопку одну надо нажать, иногда попадаю ей, иногда нет. Раз на раз. Как вот мы в папочке попали с тобой, Лех, я только кнопку одну нажимал, иногда попадал. Ты же понимаешь, что у меня там какие-то вообще грызоны были со мной? Да я не знаю, я там Мидас на 6-й на аппарате оформил и кидался. Ультами просто. Ну ладно. Все будет, но не сразу. Не, ну после всё отпуска правильно. Понятно, так вот это вот в дотку неделю не играл или 10 дней сразу так. Ну плюс недельку морали, не играл, а сейчас каждый день по 6-7 часов как да, бы. Да, и типа заебываю. Да. Я, кстати, не уверен, что это, блядь, то, что нужно, вот это 6-7 часов каждый день. Так, а больше-то зачем?
Так, блядь, тут дело не в больше. Тут, походу, дело в меньше. Не знаю. Не, ну понятное дело, ты типа вот самые оптимальные игры ты шпилишь, а тут в середине где-то сессии. Потрясающий Ван Скор пост написал. Ваня, спасибо за информацию. Да. Ваня, у тебя же были хорьки, а не кошки. Внезапно. Они это, слышишь? Эволюционировали. Дотечились. Кошка, а хорьки? Это, короче, эти хорьки, как в Castle Fight, они просто грейдятся. Бля, хорьки прикольные, Ваньки, я видел фотку. Там Магнус и... Магнус? Не самый удачный имя для хорька. Скорее Рубик там. Так не, у него же это Сларк, один хорек, по-моему. Вот, Сларк отличный. Чен или... Ну, Чен хуй знает, Лин, в принципе. Мирану, Сларк, Чен и Лина. Хуёвый ты пикер, Иван. Здорово, пипл. Здорово. Чё, Castle Fight намечается или я ошибаюсь? Ошибаешься, наркоман. Left 4 Dead. А, это у вас просто ночные попизделочки, да? Left 4 Dead. Нет, я в такие игры не умею играть. А позвони Джессусу, пожалуйста, сейчас я его добавлю. Такая я не... Так ты его же уже добавил. А кто там? Позвоните, кто... Да Сол вроде звонил. Кто, куда, кому? Вон, Джессус. Звони в Жеклю. На плюсик, да, надо нажать, потом что дальше? Добавить. Так вон, добавить Джессуса в ЭГН. Так кто создавать, ты намерен? Добавить участников к этому звонку. Уж и тебе показывается список еще этой конференции. Добавляешь. Джессус. Добавил. Звонок не удался. Звонок не удался. Звонок не удался. Звонок. Мне кажется, тебе его добавить надо. Бля, это полная хуйня. Наберите просто кто-нибудь другой. ПД 2, который сейчас я качаю. Left 4 Dead, да, есть. Установить. Второй. 12 гигов, да? Второй у тебя или первый? У меня Left 4 Dead 2. А, ну, значит, правильно. Ну да, 12 гигов. С каких... 3 часа 30 минут. Ну, картошечный интернет. Да. Бульбашовский. Так, а там как-то можно поставить... А, вот. Виндовит, но бордер. И ничего не сломалось. Ты чё, кто-то создаст-то? Расскажите хоть в чем смысл игры, что я теряю. Стрелять. Одна команда теряет, команда их за это убивает. Или наоборот. А, типа одни зомби, а другие на дефе, да? Да. И суть тех, которые не зомби, пройти чем дальше, тем лучше, а тех, кто зомби, не дать им пройти. И потом меняются. Типа всякие там... мутации там, и т.п. или нет. Мутации, да, все верно. Я тогда лучше посмотрю со стороны. Ну, вообще, меня пишет мне 20 скачать, и по идее скорость растет. Может, скоро буду. Это пожалуйста. Зиг вообще не раздупляет, по-моему, чего? Это ж топовая игруля. Блин, вы мне сказали. Зик, покупай ТТТ, будем играть. Я купил, ни разу не запустил, ни разу не поиграл. О чем речь? Слились что-то все, типа, с ТТТ уже последнее. Не, ну мы, короче, зомби катали долго, и это... Там уже она бесплатная. Была, вроде, сейчас. Ну, вы раздавали, да, на Новый год. Ну, я успел схватить. Я схватил тоже. Красавчик, дай пятюню. Хорош. Халява не уходит так просто. Ты... СНГшных пацанов. Позавчера, что ли, халяву вторую ловил? Нет. А что вот, было? Сейчас я скажу. Rising Storm. Второй. Вот так вот. Однако нет. 24 числа его можно было забрать 4 дня назад. Да они просто хитрые. Они это делают. И Зиковский, как всегда, блядь, во сне находится, упускает вспышечку. Не знаю, были ровно сутки, чтобы это сделать. Просто не подписан на мой паблик, я обо всем этом сказал большими буквами и даже дважды предупредил. Митя, сейчас меня подпишись. Забанили в твоем пабличке за продажу ключиков Доты 2 два года назад. Тогда это я сделал, погодите. Все, у тебя 2 года назад был этот? Амнистировали. Думаю, что нет, потому что я это сам продавал и конкурентов не очень любил.
Ну, у меня только за это баны в пабликах и все. Ключики, значит, продаем, ребят. На Dota 2. Давайте сейчас продавать ключики на Dota 2. Как вам план? Изи. Кто первый продаст, тот... 700 рублей копия на 3 и 350 по одной. Так что, ребят, кому Dota 2 нужна, к инмейту обращайтесь. Черный список, Олег. Не, я все, меня амнистировали. Я только что подписался, кстати. Не, все в норме, нет тебя там. Ты в мужских очках таких 3D-шных. И твой кореш, вижу еще здесь. Да. Факер и Матрикс тоже в очках. Только его здесь нету. Я вот вижу репостик. Да, четкие очки, Митяй. Спасибо, Юс, спасибо. Настолько же четкий, как сегодняшняя ваша игра против ВП. Первая, которая на этом была. А что там делали? Где ты ловил все стрелы, но шичичло вытащил. А, да, а вы одного дизайнера, да? Аватарку сделали. А, да. Я одного чувака одеваетесь. Мы и бреемся у одного, и в жопу друг друга долбим тоже там же. Да я это вообще... Про последний все ты напридумывал, инмейт. Я, короче, вообще не знаю, как... Лидан не промахивается стрелами в пизду, он все попадает. Он тебя не видит, ты его не видишь, но он попадает как-то, а ты нет. Так ему же выиграть, чтобы не видеть меня. Ну не знаю, то есть ты батил на это вообще офигенно. Все думают, во винга попал, то есть минус дизейбов полезного. И того сейчас чело прыгает, минус 5. Там Аганим очень быстро сделал. Ну там на это и расчет был. Естественно. Что-то нет, я тут... катка изи зашел. Вообще, огонь. Не, конечно, конечно. Ну там расчет, что шач тут, там на этой... Не, вообще сегодня какие-то все игры такие неплохие. Такие экшены. Вон на DreamHack'е тоже заебись. Альянс 2.0. Я, кстати, Клауды. Посмотрел, там Клауды что-то вообще не алобили сегодня. Ну, Клауды какие-то вообще вафины. Взяли этого Ликантропа вообще, он там ни на что не оделся, ни на пуш, ни на драку. Так побегал, поумирал. Нет, наркомания Лоды. Со Скади? Со Скади, да. На, ну, на самом деле надо к Солу обращаться с этим вопросом. Да, типа. Алексей, что думаешь по поводу на Эмбер Спирите Скади, да? Нью мета или говно ебать? Скади? Да, типа, прыгаешь, масса замедления, вся херня. Мне не нравится, честно скажу. А чё Соло? Я, блядь, мертвец на Эмбере, честно скажу. Ну не знаю, то есть я периодически смотрю. А что насчёт Башера? Так, знаешь, слышите, а чё там? Типа, Башер прикольная тема, можно прокснуть. Да бля, это герой, который сажает два Battlefury, доедался, убивает всю команду. Прям больше ничего не надо. Гайс, нам создавать реализм Versus, правильно? Так уже создал Мервин. Так-то Мервин создал. Да ну. Да, Мер, да. Ты лучший. Хорошо. Так, это надо зайти, да, наверное? Это сделать. Слушайте, а что делать, если ты вот играешь в Доту и играешь все хуже и хуже, а не лучше и лучше? Кто-то в аналитику уходит, Андрей. Сделай перерыв на ВОВ. Перерыв на... А тогда что будет? Ну, вернешься, опять будешь тащить. У тебя, видишь, вот после того раза какой подъем прям получился. Какой подъем? Офигенный. Это про отпуск твой. Какой еще подъем, блядь? Нет. В смысле, в дотке. Скажите, когда у меня последний раз подъем был, пожалуйста. Андрюх, ну не надо принижать свои достижения. Я на этом, на... Напрашиваешься на похвалу. На даунстрике, ребят. Типа, на даунстрике я зашел на GustoGamer, знаешь, какая команда на даунстрике сейчас? Какая? Я думаю, братва, ты против Нурика. Нее играл сегодня. А, это у них там еще хуже, чем у меня. У них там даунстрик такой. Хотя, блядь, у нас до недавнего времени 0% винрейт против них был. Вот, Дрюс, открываю датабаф, у нас с тобой 100% винрейт. Ну, нормально. 6 игр, изи. Хочешь, что вам команду сделать? Так вдвоем же нельзя. Nexus тоже 100% винрейт. Вот, третий уже, видишь. Там, бля, у меня с Митяем хуёвый винрейт. 41%. Не быть мне продотером. Я помню, у меня с Редом, по-моему, 30-ка. Сейчас гляну даже. Бля, ты как много ты взял? Сейчас... Ред, написал тебе суперприватное сообщение. Сейчас, секунду. Высокого... Вот, короче, это Дрюс. Высокого левела секретности. Так, это я, да? Нет, это Дрюс. Сейчас тебя... Это у тебя профиль же закрыт, нет? У меня? Да. Хуй его знает. Может быть, и да.
Блять, у кого-то телек там что-то рофлит, кто-то смешно. Ой, Зик, ты что-то там это... Что? Что ж ты такое натворил, что тебя и тут? Да я там... просто... У меня нету черепахи с повязкой красной. Этого, как его, Рафаэля нету на каналчике Твича. Поэтому я не могу нести свое слово в массы, проповедовать свою веру и религию. Вот, мне пишет The Zroom is not subscribed mod. Пошел нахуй, Зик пишет мне. Все. Так, как там унбан? Да не унбан, а... Просто номерку ему дай. Смотри мне черепах. Да, блядь. Что ж ты просишь? Будьте здоровы. Спасибо, блядь. Зик, ну ты просишь без уважения. Я, по-моему, максимум уважения проявил. Нужно немножечко больше. Самую малость. До меня доебались, парни. Что делать? Убегать или смотреть пиздюлине в лицо? А в реале доебались? В чате. А, не, ну тогда смысл бежать. Закрываешь чат и все. Нет, я хочу с народом побежать? Пообщаться. А, я понял. Ну, тогда, я не знаю, пиздюли не в лицо получается, если ты получается, хочешь. Получается так. Так, ребята, а что за писюха и Джеди Фир у нас вот в команде? Это не наш. Джонни. Ох. Я, во-первых, захожу в игру, Джонни Кейм нажал. Во-вторых, когда вас... патч добавят, то есть в курсе нового? Я очень хочу уже. Вроде как патч. Ну, сегодня уже должен, понедельник. А может нет. Да, там, конечно, герои есть просто, блядь, не смешные. Где? Valve просто реально, они походу хотят выпустить и патч, и 11 инвайтов дать, и компендиум, или что там у них будет, вот и квала объявить в один день, по-моему. Процентов 10 комьюнити из инфаркт получили сразу. Никита, иди, плиз, я сам ливну. Нормальный парень. Первый мяц, короче. Террар Блейд, кстати, по-моему, по жопе получит хорошо там же. Ну, вообще, смотрел, типа, этот фикс, прирост силы с 1.8 до 1.2, по-моему, да? Террар Блейда? Да, у него там 1.9 на 1.4. Там еще, слава богу, что этот, первый скилл его... Первый спел пофиксили немного. Бля, я хуй не знаю. Вот кто-то юзал еще первый скилл этот? Ты что, ебанулся вообще? Он так-то топовый, он даже Сларка видел. Сларк, типа, не оригинился, когда уходил в ульту под ним. Короче, по-моему, этот герой ебет, ну и... поэтому совсем. Эмбера хуёво упустил. Нет, он не поэтому, но типа... Его, правда, вот чину нормально сняли. И вот этот хуже. Фикс с прироста силы тоже у меня. Какое-то недоверие вызывает, ему все равно купят Vitality Booster. Ты что, фиксил, что, блядь, не фиксил? Да блин, вот все здесь... фиксы в доте маленькие. Просто они же не хотят сделать из этого героя такого, чтобы его вообще не пикали. Ну, тут же Кира агоним заебись, 1800 ренджиуль. Да, вот это интересно, плюс она... 14 секунд под агонимом. 14 там... Я просто еще думаю, сейчас конечно. И так берут всяких тингеров, и тебе хер зайдешь нормально. А теперь еще котла будут по КД брать. Да, котел и Джакира в одной команде. И все, и ты стоишь вот просто... Я слышал, кстати, про ребят, которым сложно зайти. С агонимом. С не, аппаратом, есть... клокверком, инвокером. Не-не-не, это норма, допустим, у них Эмбер Спирит в команде, там аппараты и вот прочее дерьмо, и ты вот приходишь, крипы умирают сильно, да. Да нихуя, это не норма. У нас какой-то Митяй. Стол заказов сейчас в лобби, в Left 4 Dead, привет передают людям, ну, признаются в любви. Так нам нужны просто два человека, Хисус и еще кто-то. Ну, у меня кач еще 20, у меня, ну, типа, и только половина кача. А Вады нету, Вада? Вада? Он в игре. А, что? Я Дред, хочу по страничкам истории пробежаться. Помнишь, был момент, когда Джекал случайно на стриме сидел? Это ты натравил бойцов корабли на стену спускать? Кто кинул первое весло? Лол, в мою сторону. Против Джекала никогда ничего не... Мы играли IC Cup против вас, когда ты еще в RockSkiz был. И после одного матча, типа, мы мониторим все дела, и пошло 1500 кораблей на стену. Обожаю корабли. Это ты был инициатором, признайся. Может, у меня корабли, пожалуйста. По идее, хотя хрен его знает, это давно было. Может, и я сказал, типа, накидайте корабли, он там, не знаю, что-нибудь обидное. Кораблей с стерофлю, блядь, пожалуйста, накидайте. Грузовых, Лёх, или каких?
короче, мажешься, не помню. Танкеров, да, 300-тысячников таких хороших. Первый раз прощаю. Спасибо, Зик. Это великодушный, Зик. Блин, я всегда отличался своей добротой. Не, ну добрый человек, добрый. Все, корабль, все, вордстайла, минус. Вань, где тут тирафлю, блядь? Хоть одно слово мог бы заменить? Все, корабль, все в тирафлю. Все, тирафлю, все в соло, там, минус соло. Бля, Лех, я не в плане. Парацетамол убирает температуру, там, вот это. Давай ты мне напишешь, я типа скопипачу. Да. И скину тебе еще раз. Лентяй. А где наши друзья? Так не работает. Все четверо вирусные клетки попадают на иммунитет. Ребят, ребят. Где наши друзья? Какие друзья? Ну еще два друга. Еще 17 минут, говорит. Базилио хуй, передается информация здесь, в чате. Интересная информация. О, ну и сец. Блядь. Погодни, с вами можно. Зика, есть инфа, как там Жакал? Блядь, а как? Жакал сказал, что через 2 месяца молодняк придет и уже будет stable situation. Тёлка с Базилио, которая была лиса, или как её звали, блядь? С Базилио. Кот Базилио? Ну и лиса Алиса. А, лиса Алиса, точно. Бля, такое дефолтное имя, хуйня. Алиса. Лиса Алиса. Понял, Базилио. Зови его Тигран. Нормальная тема. Лиса Тигран? Да. Бля, короче, я загуглил Базилио и Алиса, и вот эти вот фотки, блядь, какой это топовый все-таки этот фильмец. Надо его пересмотреть обязательно. А что за фильмец? Ты что, шуришь, что ли? Соберись, Андрю. Как и называется? Приключения, блядь, Базилио. Тут Google предлагает посмотреть Базилио и Алиса Воронеж. Немецкая версия? Воронеж. Зик, конечно, немецкая. Это кафе. Просто рядом мы с тобой. Воронеж, город Германии. Центральный. Ну, блин, могли, типа, режиссеры немецкие просто работать над постановкой воронежского продукта. Воронежский. Не, ну если там развитая площадка, то почему нет? Воронежский, наверное, творожок самый вкусный. А, не Воронежский. Хед зайдет, у нас там Фе сидит уже минут 10. Там, какой зайдет, там у нас был творожок? Да-да-да-да-да, привет. Да. Здорово, заходи. Да, здорово. А, проблема в том, что я тоже скачиваю игру, поэтому... И бать у него голос пиздатый. О, все. Это, знаешь, типа, боксерский ринг. Типа, на ринг выходит Александр Кличко, ну, знаешь, вот в таком. Не, вот у тебя не такой пиздатый голос далеко. Я просто, я примерно слышу. Блядь, а вчера ты же был паренек с нами, как его звали? Это не просто паренек, это год метанц. А. Можно построить декорат. Год метанц. Олег Левенко. А. Хочу показаться невеждой. Так. Кто это? Невежда. Ну, короче, такое... у него тоже прикольный голос. Типа, реально. Тебе понравился, Лёх? Ну, озвучки вот эти Warcraft. Про золото, супер. Да. Мне понравилось, честно скажу. Ну, андетские озвучки там сразу видно. Не отличишь, нет чего другого. Нет, не спутаешь. Как еще раз имя, фамилия? Блять. Давайте еще адрес его назовем, например. Не, ладно, как не хорошо напишите. Парацетамол, это же анальгина обезболивающая. Парацетамол это от температуры, да? Так у тебя же температурка есть чуть-чуть. Так а почему ты это парацетамол? Короче, ты ошибся. Короче, я хуярю фармацетрон, когда болею. Из чата. Выздоравливаю за 2 дня, Лёх. Что хуярю? Внутривенно, фак? Фармацетрон, нет, это типа... Фармацетрон это типа как имя этих... Десептиконы какого-то. Да, десептиконы. Здравствуйте, мне фарма... как? Фармаце... Фармацетрон. Фармацетрон, Лёх, это вот на спектре. Фармагидро попокол. Да лол, заебись тема, я вам говорю, она еще такая со вкусом лимона. Ну типа да. Да пей доктор Мом, да не выебывайся. То, что купил. Доктор Мом топовая тема. Я знаю, текилой можно подлечиться, неплохо. Ну ты вкус один. Лех, можно водкой паленой подлечиться?
харчичник на спину. Ты забудешь о том, что у тебя температура. И компресс из водочки на шею тоже. Банки, да? И чистотел внутрь. И йодовая сеточка. Ебать, у нас тут кружок, блядь, знахарей просто. Народная медицина. Так и назову конференцию. Малышевый диш. Народная медицина. Он качает такой. Я здесь сижу, я здесь. Качает. Медицина, блядь. Пишите не медицина. Медицина. Так это в этом, блядь, короче. Вы думаете, что это орфографическая ошибка, но это нихуя не так, парни. Это да, именно поэтому ты меняешь сейчас топик, да? Съехал. Я не меняю топик. Медицина. Короче, в этом состоянии, которое у меня сейчас... Мне кажется, что это самая маленькая ошибка, которую я мог. Мерв так, блядь, ржет, как будто он учитель русского языка, блядь. Опа! Вы не пикай. Кому-то звонят. Учитель русского языка. Возьмите трубку. Да. Что-то много в голове. Сандер, мы играть будем еще? Я не знаю, по-моему, и так неплохо. Типа в лобби зашли, через час разойдемся. Ты сегодня говорит. Да, почему у чувачка такая же аватарка, как у меня? Он мне не нравится. Он говорит, что он фанат и тебя любит. Я думаю, это типа твой преследователь. Последователь. Слушайте, у нас и Мунчи в конфе есть? Может, у него тоже есть? Он сказал, он в доту. А он в конфе есть, правильно? Да. Хакер за мной повторяет. Бля, прости, Денис. Парни. Чё вы не читаете? Д4, Д2. Мерш, ты там говна въебал, что ли? Чё ты всё ржёшь и ржёшь? И когда я тебя не просто люблю и ливнул. А это Мервин кикает, развлекает. Почему у него атарка к Лёхе? Ты смотри, не ошибись. Ну спроси у него, прежде чем кикнуть. Блин, он должен... Почему у тебя аватар как у Лёши? Вот это как твой нервный. Очень много ошибок орфографических. Факер. Блять, факер норм, парень, а с кем и как бороться — личное дело каждого. Вот инмейт дал тебе. Ой, нет, Дик, ты, короче, чёрный вообще пиарыч. Поздно зашел в этот бункер. Это в чате уже 4 месяца обсасывает. Что? Это обсасывает. Ну, про то, что я этот творческий человек, хороший режиссер, и это мое дело, типа... Включайте сорокатану, да? Да, долбится ли в сорокатану или нет? Да, я не знаю. Мне кажется, это право каждого человека. Абсолютно согласен. Мы обсуждали мои права на лан-финалах, и вроде все нормально. Все. Поэтому... На самом деле, в Лане было так, я пошутил на эту тему при факере, там, про сорокатан. Он поиграл мышцами передо мной. И я решил, что... И поза выбыла. И тут я сразу вспомнил, что я вообще не конфликтный парень. И именно поэтому, короче, ты там потерялся, вы решили... Просто кушать захотелось, у меня пузо начало дергаться. Пойду кофейку ебать, ребят. Стерафлю. Блять, нет! Через край. За наркоманит сейчас. Что тебе не нравится? Мне кажется, вы... Говорите, что он хуйню стримит в последнее время. Передал. Я согласен. Типа, не знаю, Dark Messiah и Dopgama. Я не согласен. Чувак, иди нахуй. Нормально. Аргумент. Что, когда вы там уже зомбарей башить будете? Я уже спать хочу. Гайс. А мы, а у нас это, ночной стрим. И типа... Только, блять, только начало. У нас нет, у нас мелодичная музыка должна играть на фоне успокаивающие тона, тембры наших голосов. Мне кажется, Тамирин просто водный забабахал. Да, и что-то его крыть начинает. Почему у него аватар? Бля, там корабль был, а его удалили сразу. А ну и вроде как хорошо, вроде как. Ты можешь нажать на месседж deleted, и появится сообщение.
Митяй, там чат бежит настолько быстро, что никто не узнает, что у меня маленький сюда. Я знаю все, поэтому я тебе скидываю копипасту в конфу. В конфу, так, хорошо. А кто-то слух должен зачитать, это важно. Так, давай, все микробы, все в соло, минус иммунитет, болезнь убивает здоровье, кашель льтует, вылечить надо хоть кого-то. Градусник ставит, ой-ой-ой, какой хороший градусник у толстой скотины. Вытирает, так, секунду. Сейчас вытирает сейчас, они сопли, пытается что-то сделать, не вытирает ничего. Процетамол ультует, никого не лечит, здесь капли пытаются что-то сделать, их тут же убивает мокрота. До конца. На бактерии опять все. Все органы попадают на бактерии. Легкие уходят просто с ТП, забирают горло, забирают нос, забирают почки. Можно ливать. Это, блядь, не органы, это просто пошли не нахуй. Бля, не того человека мы попросили прочитать. Кто-то, кстати, вышел из лобби, нужно найти виновного. Что значит не того человека? Факт. Надо было Виталия позвать. О чем? На чай? А, ну вообще. На... Ух. Да, кстати, а кто вышел-то? Эндрю. What? А, нет, Эндрю не вышел. Ваня. Влада. А Вада ж... А... Ай, Влада. Чеснок. Чеснок? Влада чеснок. Чеснок. Чесва. Нормально, люди пошли писать, что кто-то хуй Зик, хуй Кейк, хуй Иисус. Можно устроить хуёвое соревнование? Что-то в горле застряло? Каш. Факт, там это... Парень пишет, ты должен увидеть его аватарку, но я его не вижу. У меня МПР на аватарке. Ну все, его кикают-то. Правда, он все равно сейчас зайдет. Блин, Андрей, действительно, сколько он уже 24 часовых стрима висит? Да фак, я же... И клавиатуру. Ну вообще, да, чё там? Чё-то Андрей уже, по-моему, полгода не было 24 часовых, я по-моему, последний раз, по-моему, не было. Ну блин, сейчас просто время свободного нет, у нас же... А когда у тебя днюха была, Андрей? 19 января. А, 19 января, то есть где-то за месяц до этого ты делал последний. Да, как раз ты на Новый год, ну, перед Новым годом. Господи, как же время быстро, уже май почти месяц. Блин, да. Это уже интернешнл скоро. Да, скоро там отборчики, не отборчики. Да не, я думаю, релаксом дадут в квалы. Мы так просто сидели, думали... Квалу в квалы. А кого вообще звать, типа, на квалы? Да придумай там какие-то американские команды. Не-не-не, так 4 шквалы. Америка, Европа, Китай, Азия. 4 квалификации в этом году. Где 8 европейских? Где 8 американских команд найти? Это вообще загадка тысячелетия. Там, походу, топовые поедут от Америки. Вот там, мне кажется, такие ребята будут на квалах. А вот у нас в Европе и в Китае там замесы, конечно, жесткие будут. В Китае много достойных команд. Не, я просто думаю, что в Америку запихнут каких-нибудь Liquid и плюс 7 команд. Ну там в Америке я сегодня видел одну команду, там эти Brax. И... Ну да-да-да, вот команда Brax, команда 1437, типа, потом да, команда... Не одна и та же. Одна и та же. Потом там команда Fluff and Stuff и X-Mike, потом Revenge, Osiris и пошли дальше. Ну наберут 8. Вот в Европе, типа, есть ПР, Роксы, ВП, Тимдок, Мумы, Релаксы. Так может по фасту делаем Релаксы это американское гражданство, и типа там едет и побеждает. Митя, может я напишем, не против, короче, волвам, что мы шестой раунд томаторки, типа, нахер квала? Нахер. Не, ну так-то шансы хорошие, что у Рокскиз, что у Релакс. Что нахер? Не нахер, а Насти Хирус. Не-не-не, это Навальный Аур Хироу. Навальный Аур Хироу. А чё с жестом?
Да качает он игру. Да ничего, качается. Мервин, как вот... 10% только скачал. Да-да-да-да-да-да-да-да. Блин, он реально потный. Бля, Мервин просто упоролся, что-то совсем жестко. Третий раз врывается, а чё, где хер? Третий раз ему отвечает. Ну, блин, вдруг он уже докачал. Не, я бы сказал в таком случае. Признайся, ты даже не вспомнил прошлый ответ его. Чей? Ворвался. Кто здесь? Тут зашел Андрюха Цербер, нормальный парень, наверное. Андрюха Цербер, да? Да. Надо его добавить, друзья. С этим можно. Блядь. Тебе не нравится Андрюха Цербер? Да. Он сам, кстати, вышел. Моя банда едет, пишет. Моя банда едет. А зачем вы смеетесь просто так? Да, как надо. Да. Он смеется просто. 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 Не, дед сына. И тут Мервин должен, ну, Мерв. Шо, где, когда, зачем? Ладно, будет дальше кушать. Чё кушаешь, Лёх? Вкуснятин, Андрей. Лёх, ну чего, рассказывай. Сыр. Не могу, меня занят рот. Ну так я тебе рассказал, что я кушаю, ты тоже скажи давай. Лёх, сладкое чё-нибудь жрёшь-нибудь? Не, пряник? Там ты пряник, блядь. Оскорбление сам. Там, кстати, в Крыму выпускают новое шампанское «Единство с Россией». По идее, Солочь может контрабандой перевозить по-быстрому. «Единство с Россией». Бля, у нас тут в лобби уже, короче, наркоторговля началась. Он типа 350 за 3. Бля, чай. 350 за 3. В какой валюте и 3 чего? Это будет сюрприз. То есть я могу принести, типа, 350 сюрприз? Кровь и арбузы. Это лотерея. То есть тебе, может быть, это, пачка говна достанется, а может быть, что-то интересное. Лотерея, лотерея. Так, а почему вы еще не начали? Я уже и чайка намутил, и покурил, и сбегал за сигами. Сейчас народ докачает. Через минуту оно докачает, через минуту, и я буду готов. Ну давай, давай. Второй, которого мы ждем, пока не знаю, сколько у него осталось, но тоже где-то близко. 50%, 60, может быть 40 уже. Почему вот фнатиков приглашают, которые вообще нихуя не сделали за последнее время, а раксов задвигают? Блин, Лех, ты ж не будешь против, если я объясню, почему прямой инвайт должен... Я не против. Ну, друг, на дистанции у фнатиков в 2013 году... После Интернешнали они были в топ-3 всех ланов, походу. Вроде как, ну, по крайней мере, к концу года. Топ-3 DreamHack, топ-3 EMS, топ-4 StarLadder, но это уже в 2014. И типа, потом они взяли XMJ, Captain's Draft, еще что-то, по-моему, D2CL выиграли. И, короче, у них достижений за год, ну, просто дохуище. Плюс они состав вам уже таким играют 2 года. И топ-8 International 3. Если быть точными, то уже, наверное, лет 5 играют еще. Ну да, а типа... Нет, нет, Трикси играл сначала в Маузах, когда нет, тот... Нет, он всегда играл, блять, фонд с ними вот. Играл. Фак-фак, без мата, без мата. Лёх, Dota 2 Star... Dota 2 Star Championship, Мауза, Твиста, Синг-Синг, Трикси, Fire и еще кто-то. Вот 100%. Ребята, ребят, на 8-й нужен. Он качает, качает. Нет, нам не седьмой. Он седьмой, а нам восьмой нужен. Качает и восьмой тоже. А кто восьмой? Друг твой. Я восьмой получается. Друг мой. Который ты ищешь все время. Я таких не знаю. Так, а Зик там качает, не качает? Нет, у меня 3 часа еще осталось, гайз. Ну все, пока еще ждем. Без шансов. Я теперь все переметнулся на сторону дня. Я теперь ночью сплю, так что вряд ли. Фактом, твой друг зашел, ответь ему. Что вряд ли. Рейзер Версута. До Нового года осталось 12 минут. Но это не он. Дайте слот. И он в чем-то прав. Дайте слот. Дал слот, еще дал слот. Ты готов, что ли, там уже? Да, я вот мне-то говорить нет места. Я два слота дал. Сейчас появляется.
Его Лол, так, да, Вады просто... новая отличная аватарка. Андрюха Цербер, это ты? Нет. Нет? Нет, тебя еще по слоту дал. Джессу, кстати, я сколько качать по времени. Вот, ну, вот, Стиви пишет, что еще Джессус? 17 минут. Тебя же Хисус называют. Зачем мы говорим Джессус? А меня по-разному называют, не только так. А ВГН просто можно, если что? У меня много имен. Все, понял. Вот. Сложно найти, легко потерять. Ну? Невозможно забить людей. Да. Говори полностью. Это про... Какое это мы с Тарладером? Это не обязательно говорить полностью. Чего, Лех? Это мы внутри эти с Тарладером так прокатились. А-а. М5, что ли? Это когда на пароме? Нет, без парома. Это еще до парома, да? Mm-hmm. Не, паром топовая штука была. Это лучше была история, когда Нирвана вез на второй сезон. Команду М5? Да. Это было жестко. Я не помню. Что-то знакомое, но я не помню. Кто в том не был. Там у нас... Просто... Это до вас было, когда еще Адмир был? Вагончик смерти. Как же мы там ссывались по дороге, она намного более памятная, чем сам Старладер. Не, это... Митя, эти вопросы задают. На машине, на этом, это на... М5, когда серьезно, еще... Серьезно, из Москвы на тачке в Киев? На тачке, да, на этом, как это его... Это 10 часов. На Калтгеренвагене или типа того. Серьезно? Да. Ну там типа... Хватит на трешак, я бы прокатился так. Ну там реально очень жестко было, чел. Часов 16 или 14 мы ехали. Охуенно. Там, короче, состав... Там и зим кончился. ПГГ, Вигас, я... НС и Год. НС, Год, да. Нормально. Это был пиздец. И Нирвана, и все. Весело было? Очень весело. ПГГ просто так морил. Ну да, я представляю. Бля... Нирван вообще веселый человек. Ну там мы просто были на рэпе. Мы были реально на рэпе. В рэпе, Андрей. В рэпе, да-да-да. Ну важно. Митя, тебе это вопросы задают. Что? В лобби. А потом еще, типа, было интервью, и... Человек прорвался, он имеет право на вопрос. Жди, эфир согласен. В общем говоря, когда ты жрешь мед пачками, то у тебя вот это так получается. Мед? Достаточно есть 2 килограмма в день. 2 килограмма меда в день? Да. Ну, то есть маленькую баночку, или 2 литровых. Я понял. После этого ты мягкий, нежный, как шо. У меня батя генерал. Это рандомный факт из твоей жизни? Он меня отважил. Андрюха... И ливнул. Блять, одни и те же лица, ну хоть бы новый кто-то зашел, может. Слышь, на радио звонят, рассказывают что-то, вот здесь то же самое в лобби заходят, рассказывают. Блять, стой, факер, мою аву смотри, брат, ради тебя, да у тебя Empire, блять, на аве, Empire. А ты зайди в его профиль, он обновил, у него там ты уже. Там ты, да, я стоишь. Вот давно хотел спросить, а что значит Empire TV? У них своя платформа, типа? Типа того, да. Ну, охуеть теперь. Он. Они срубают процент со стримеров и плачут им деньги на карточку. Мы ждем следующего звонка. Например, хохлы, которые сами не могут вывести. Давно, где-то месяц назад, может, что-то читал. Какой-то пост Вилата в Твиттере, что там... А, короче, там был чувак, который дрянь добавлял в конфу, и вот он является представителем воршуперской мафии. Который... Синдикат? Да, типа, который забирает проценты с народа, чтобы, на, ну, типа, ботом на бусте шмотки и на лайки, чтобы его добавили в игру, либо же... Это вы про Хевена, МПР? Да, либо же крашит их стримы, крашит их компы и так далее, там все, что может, крашит онлайн, то с ними делают, если они соглашаются на давать процент ему. Андрюх, что можешь сказать по этому поводу? Я могу сказать, что никто мне ничего не обузил, но походу сет в говне. В говне. Так, кстати, новый человек зашел, он тоже что-то должен рассказать. Андрюх, он просто красный, его вряд ли добавят. На самом деле я понять не имею, кто это такое, но просто мне так рассказывали. А почему на меня никогда не крашили стрим? Ну, не знаю, Дрюсов... Дрюсов просто Дрюсов никто крашили. Не знает, где Новороссийск, и айпишников твоих тоже никто не знает. А у Дрюсов в Москве там всё... Я знаю, где Новороссийск. Направо от Крыма. У меня же динамический айпишник, наверное, поэтому... Динамический? Он вечно в движении, Лёх? У него Цыганская область, она каждый год в новом месте. Он типа эвейдит, короче. Топ рофлеров, конфа, медицина. Топ. Бля, какая наркомания. Интересно, жалко нету вот реально премии топ-рофлер года. Всемирный такой вот, как Оскар, только топ-рофлер. Трюс, ты можешь вот в конфу каждый рофлер раз второго за топ-шутку давать один балл кому-нибудь. И эти раз в неделю озвучить результат, у кого сколько баллов.
Не, мне лень это все делать. Ну, найди чувака какого-то в чате, который будет думать, как ты, и... Да, вот, сегодня же уже понедельник, будет круто, если мы сидим такой, и через час выходит обновление, и, короче, 11 инвайтов, и мы все обсуждаем. А почему ты потом аналитику будешь делать? В смысле, я буду делать с места событий уже. А, прям сразу поедешь? Да, уже подвигается. Не, на самом деле... Дред, разбань магистр Йода, его забанили за капс, это без предел. Без... А, пердел. Без предел. Без предел в медицине. Ждем следующий звонок. Зачем? Сейчас этот опять напишет, факер, брат, ради тебя. Почему только три человека заходят в лобби? Не знаю, блядь, один просто очень настойчивый. Точнее, одни очень настойчивые, других забивают сразу. Рэду слот на. Во, Razer Versuta. А он уже писал до Нового года. Андрюх, цветовая палитра сета должна более-менее соответствовать палитре оригинального персонажа. Пацаны, пацаны, сейчас будет шутка, блядь, на миллион. Миллион, смотри. Давай, давай. Как куда смотреть? Тихо. Сейчас микшер будет. Тихо. А, нет, пацаны, показалось. Оригинального. Блядь. Ну, короче, там, я думал, есть где-то анального вот этого, ты и про факера опять. Не, ну, Лёх, слушай, за такой-то профлера года тебе не дадут... Это просто регионального надо послушать. Регионального? Аналитика, Лёх, аналитика. Фак, а почему все начали шутить? Региональная аналитика. Я не знаю, Лёх. Ты веришь? Я, типа, внезапно это появилось, типа, месяцев пять назад. Или чё раньше? Природное влечение, но такое. Этих никаких не было предпосылок? Вообще никаких. Андрюха, Цербер, оглядывайся. Блять. Оглянись вот это, да, знаешь? Я знаю, где ты живешь. И вышел. Чё-то стрёмно стало. У него папа генерал, он отмажет. А как он покинул и написал сообщение? У него папа генерал. Может, в дотку? Аль-Джей. Региональная аналитика. Ву, вот этот человек на рофлера идет, а ты... Послушайте его... смех Лешрака, он очень похож на Соло. ББ. Два балла этому. Ребят, парня. Ну, пока что да, еще топ-рофлеров здесь нету. Мистер Пох. Да, это вообще чисто. Можно потрогать его за сосок, это совсем слабо. Смех Лешрака. Фахрейнд. Фарингейт. Фаренги, фахринги. Отличный английский от Мервинга. Видно сразу, что и в игру играл тоже. Фахренд. О, я тут. Фаренги, давай шутку. Это что ли КВН, конкурс капитанов или размин, как это называется? Смех Лешрака в Ютубе, а мне выдает видосы Андрея. Были шутки про смех Лешрака? Смех Лешрака. Мервингу то профлера, походу. Идет. С семейными шагами. Мервинг будет хостить турнир топ-рофлеров. Короче, все, сливай это. Стесняется. Сливай. Нет, надо 5 секунд ему дать. 5, 4, 3, 2. Стоп, может он пишет долгую, подожди. Надо чуть побольше времени. Считай, надо 5 обратно. Помочь что? Нет. А он ничего не писал, все, короче, сливай. Что-то вынес. О, Рокстеди. Помощь, ну, бля, так, это Рокстеди. Помощь с медициной, что ли? Помощь. Мы команда просто хлам, проеби, попробуй нам, Virtus.pro. Изи. А кто у нас есть вообще претенденты пока что на топ-рофлера? Ну, знаете, как по баллам. Сейчас будет шутка. Кто лучше всех срофлил, типа, чтоб если... Срофлил? Все оставшиеся будут шутить очень плохо, то надо кому-то вручить. Сейчас будет шутка, не моя, но вы должны ждать. Вы все его знаете. Может, сразу кикнем? А может, даже и любите. Интригант какой, посмотри. Бля, ну у него аватарка моя, он мне не нравится уже. Да подожди, может, это твой брат, близнец. У меня нету брата. Цела, ты как тёлка, которая приходит на вечер в одном платье с подругой. В одном. Блин, это хорошая антология, язык. Ну просто я вроде сам вырезал прям эту тёлочку, чтобы поставить себе на аватарку. И... Откуда вырезал? Он взял и собрал. К
крыса, пес. А это кто, Эмма Робертс? Да. Это в Малавите, которая была. Не, она там не очень. Она в этом норм. Блин, это вообще баянская история ужасов. О, Dark Assassin, его еще не было. А я знаю автора этой шутки. А что там? Слышал что-то про него? А знаете, почему не... Отследить, наверное. Отлисить. Отличить. Да. Хорошая шутка. Ну, у нас новый претендент. Да. С новый пациент, мне кажется. А, точно, я вспомнил. А своих мы тоже за плохие шутки? Хорош. Это Мерф, походу, балует. Кого там рот рабочий? Это Мерф. Это еще одну, блядь. Вася выдыхает. Еще 9 минут пишет. Наши 9 минут есть на конкурс. У Хисуса 9 минут еще? Да. Он типа приват уже пишет, чтобы не задал вопросов. А чё это Dark Assassin ничего не пишет? Чё-то за шуточки. О, написал о-о. О-о. Он, походу, сам не понял, как он сюда попал. О, это слив. Так, темп. Давай, шутка или слив? Нормально, смотри. А у нас это здесь, как там, это... Comedy Battle. Капуста, сидит жюри. Хорошо. И актеры такие же. Кто из нас Светлаков? Признавайтесь. Я бы хотел побыть Светлаковым, хотя бы на день, ребят. А я не Сергей. А зачем, Андрей? Димасик Обама из Рыбинска, сын собаки. Согласен. Ну, как посудить? Короче, последний раз был в Рыбинске, это просто ад какой-то, а не город. Там столько бомжей, что... А, люди какие-то левые. Ребят, шутка, смотрите, короче. Фак, вот еще раз сейчас спроси меня, зачем, это важно, импровизированная шутка, просто... Андрей, фак. Зачем? Нет, рано. Я бы хотел побыть Светлаковым хотя бы на день. Зачем? Чтобы сидеть рядом с Мартиросяном. А Мерлингу похуй. Под водным. Над любой хуйней посмеется. Под водным. Под водным. Андрюха, это домашняя заготовка? Домашняя заготовка, да. А что это твой тезка Андрюха ничего не пишет? Или это его шутка была, а ты ее украл? Блин, какую-то он хрень пишет. Чтобы побыть рядом с Мартиросяном. Я вот ищу просто скрытый подтекст твоей шутки. В смысле, нет никакого. Ну смотри, тут как бы прямая структура шутки, как бы. Ты как бы говоришь то, что ты, как это сказать, уважаешь творчество человека какого-то, например, ага. Да? А потом как бы хоп, и все выворачивается так, что на самом деле это совсем не так. А, то есть это двухуровневая такая шутка? Ну, обычная двухуровневая шутка, я не знаю, что ты тут странный нашел. Я не признал. Просто, Иван, ебать ты глупый. Маэстро, простите. Далеко. Как бы так сказать? Ладно, пропустим этого. Короче, мне кажется, у нас есть победитель. Я! Не знаю, сейчас норм было, только вода отомнил немного. А чё там? Ну это, по-моему, слишком было. Гайс, как заставить гея трахнуть бабу? Настоящий. Вот это охуительно смешная шутка просто. Так смешно. Бля, самое главное, что Вада знал уже развязку. Иван, вопрос вам. Вопрос мне. Это вопрос мне задают уже 5 месяцев. Знаешь, я не нахожу ответ на него пока еще. Ну он Dark Assassin. Dark Assassin. С аватаркой ультимативной способности Абадона. О, обожаю Абадона. А нового или старого? Не-не-не, это тонкая шутка про Абадона. Ее поймут я, Леха и... Двухуровневая. Ну и чё, он не пишет ничего. Можно, короче, всех, кто был, уже кикать. Так, наверное, будет проще. Мистер Порох. А, не, Пох. Пух. Пух. Не. О, Демигод. Полубок. Ща пишет. Голосовать за начало игры. Во, ща, Демигод. Надо приготовиться, подобно сесть. Я буду.
Это, наверное, вот. Начало. Можно с вами. Или это все. Давай подыграем ему. А теперь пошла импровизация, видимо, второй этап. Маркиросян. Как его зовут? Бут. Ладно. Следующий участник нашего шоу. Да, это что-то затянулось у него выступление. Не, этот был. И этот был. О, Влад Заморкин. Ох, топовый парень. Это же этот, как Вилат, только Вилат. Заморкин, ребят. Не, когда Вилат давал вьюху на этом, на интернешнале. Под ним подписали Влад Заморкин. А это какой-то чувак, которого там все ищут, типа. Где Иисусик? 9 минут обещал. Еще минута. Ребят, не свои шутки мы не засчитываем, так что... С чего ты взял, что это не его? Может, это теперь тобой автор. Да, контингент, конечно, у нас тут. Что в конфе, что, блядь. Алексей, ты тоже можешь поучаствовать в этом конкурсе. Да, не хочешь, Лёх? Да я заведомо проиграю, все знают, что очень плохо. Ну, давай, твой час в чат. Только в чат. Тоже про влагалище, наверное. Это обязательное условие. Желательно, да. Влагалище говно вот это. Плюс кодовые слова, блядь, теги. Шутки. Они просто знают, на что давить у жюри. У жюри. Слабые места. Гютентек. Смотри, кость под буржуй. А нет, показалось. Лёх, ты пишешь уже? Я? Да, в процессе. Сейчас меня муза посетит. Леха шутку пишет? Во, кто-то новенький. Лихон зе тайр. Так, ладно, я хотел шутку написать, ну ладно, давайте. Дай ему шанс. Вдруг он тоже самый хочет. Мне представляется, эта фраза вступает в игру. Так, ребята. О, так, хорошо. Next level юмора, ну-ка. Так. Мне уже смешно, он выиграл. Так, кто подыграет? Кто подыграет? Блядь, ну какой плохой конец и шут. Да, зато все условия выполнил. Это знаешь, это как в этом Comedy Battle или что такое. Короче, блядь, согласитесь, что начало топовое. Начало уже. Прыгает и перенюхивается. Блядь, какое охуенное начало и какой плохой конец. Доработай. Проходит. Давай остановимся вот просто. Почему кенгуру прыгает и перенюхивается? А, это типа вопрос, на который все участники должны отвечать, да? Да-да-да, но я говорю, Comedy Battle или как-то там... Смех без правил. А, смех без правил, да, приходи. Просто. Андрюха... Не, у Андрюхи Цербера многоэтапная шутка, он врывается. Лёх, ты должен вопрос писать перед каждым входом. Ну, ладно. Ну, давай. Так, стоп, он готов отвечать. Досрочный ответ. Мы берем дополнительную минуту. Блять. Пошел против правил. Ну ладно, дадим шанс. Блять. Тук-тук. Кто там? Вата. Какой вата. Почему он оскорбляет нашего друга? Бля, я ничего не понял. Бля, у них отличное начало для шуток, реально. Лёх, пиши вопрос. Они настраивают на позитив, блядь. Вот почему кенгуру прыгает и принюхивает? И тук-тук тоже располагает, да, к себе вот это? Да. Зачем этого человека больше не пускайте, ребят. Больше не пускайте. После него просто все начали молчать. Потому что он дружит. Бля, Влад, а ты знаешь,
Дело Водовиныч. В слезы просто. А что это за кнопка? Говорить. А, да-да-да. О, тихо, анекдот, анекдот. Не, мне кажется, ну хотя, ну давай. И Францесс, ну Францесс ты должна быть. Ой, и вы все. Овнер Хохлов. Так, вот это сейчас. Не смешно. И в этот момент я подумал о том, что мне 23 года, и я считаю шутку про мальчика-пидораса и камешек в жопе. И ты вопрос не пишешь. Бля. Уважаемый ведущий. Господи Иисусе. По-моему, это сразу на маты его. Да, оскорблять этих самых господин ведущий жюри вопрос. Это плохо очень. Правда, ты не господин ведущий? Почему? Ну, господин вопрос. Раптор, а он... Раптор еще не играл с нами. Походил с рывком. Итак, против знатоков играет Раптор из Новосибирска. Пенсионерка пишет, что Раптор. Походу он уже наигрался. Бля, он не может сформулировать свою шутку. Так. Что-то, по-моему, вообще... А, я знаю, 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 знаю. Хорошая шутка. Про дно нормально. Черный ящик. Если самобирание не будет пускать, пишу. Андрю, в Киеве в этот раз посещал заведение, знаешь, как называется? Дно? Да. Посовещались, обсудили после игр, что... Подожди, это когда ты посещал, в какой день? Ой. Заведение дно? В последний вроде. Так оно не очень, это дно. Так мы туда пошли только это потому, что... Это... Ага. Ага. Короче, когда кто-то заходит в лобби... Блядь! Тихо, не перебивайте. Давайте следующего участника и музычку. Топ Рофл Лейнмейт, Virtus.pro выигрывает International NES Play It на клокере. Комментирую, все мы на что раз Матрикс. Официально брею правую ногу, если они вообще туда попадут. Ну, в смысле, в плане игроков. А давай правую десантную дозу, блядь. Её я уже побрил. Следующий участник. Так, давай. Зуб заходит. Врубай. А теперь включи это там, где лошадь начинает смеяться и, короче, крутится. Зачем попам борода щекотать? Я не знаю, почему мне рынку смешно, но я спишь с его. Не согласен, плюс один. То есть шутки про анус все-таки пробивные самые. Ген, ты представляешь, как это выглядит? Дело вовсе не в бороде попа, мне кажется. А как они называются? Что, где, когда, волчок. Есть? Да, есть. Ну-ну-ну. Нерв, слышишь? Нерв, я предлагаю на самом деле Хесусу не докачивать. Парни, у меня все скачалось на самом деле. Хорошо, готовь шутку тогда. Нерв, слышишь? Это еще... Найди мелодию, где вот это... Музыка приправали. Я не знаю, как она называется. Ну, музыка, когда... Попробуй введи. Короче, яролаж там, провал, что-то такое. Это пуа-пуа-пуа-пуа-пуа. Пуа-пуа-пуа-пуа-пуа. ПВА, ПВА, ПВА. Что-то я другое достал. Там какой-то рэп идет, неинтересно.
Даже группа такая. Шутка не удалась, веди в поиски, и тогда найдешь. Ну, в натуре. Шалость, может, не удалась. Нет, шашалевность. Шутка не удалась. Там это опять улыбнулась, опять позвонила. Не-не-не, поражение. О, это оно. Не, это когда ты зайдешь. Я зашел. Ну-ка ты попробуй. Отлично. Так, все, мы готовы принимать следующий. Так, а как зайти-то к вам? Мер, врубай. Не, сначала мы должны выбрать участников. Вот, так? Новый участник есть. Давай. Факер вил. Ласки. Это вопрос или шутка была? 140 очков на барабане. А как ты это делаешь? Ну, типа, звук включаешь? Микшер? Ребята, кто не читал, какой по счету зомби уже проходил как бы сквозь экран ваш, как будто бы? Что? Кто-нибудь читал, какой по счету зомби вот уже переходил через ваш экран? Смотри, зомби идет такой, идет и... Знаешь, Андрей, что я тебе на это скажу? Что ты не скажешь? Что Вада отвалился. А чё это Вада отвалился? Вада, может, зайти хочет и пошутить просто? Блин, их до хрена идёт. Мне кажется, Вада мы сейчас пытается, выглядим, я их пытаюсь кикнуть. Как-то вот так мы сейчас выглядим. Вада, ты здесь? Да. Заходишь, Вада? Угу. Я их даже кикать не успеваю, они сами выходят. Хисус, а у тебя есть это в друзьях из нашей банды? Вообще никого. Никого. Вот так вот. Надо что-то сделать тогда. Я не знаю, гудка добавь, меня добавь, факер, все просто. Факер, инмейт, гудок. Надо пересоздать. Легкие ники. Мы так не зайдем никогда. Почему нет? Ну. Мервинга добавил. Через такую. Мервинга зря. Да? Че, Мервин подойдет тоже. Прими ацепт в друзья от Хисуса. Хорошо. А я постараюсь. Кажется, Хесусу никто не нужен. Хорошо. Особенно ваше согласие. Пошли, шуточки. О, еще нашел. Я, кстати, принял. На самом деле надо сделать какую-то реально музыкальную паузу. Нет, тематический стрим. Это на черный ящик музыка, правильно, была только что? Нет. Нет, когда побеждает зритель. Ты что, черный ящик не узнаешь? А, типа бабки уезжают, да, куда-то в Краснодар, к Зинаиде Петровне. Как этого, который вот, адвокат? Хрущев, нет? Хорошие, ребята. Алексей, каково это было, когда тебе разбили ебало собственные иллюзии? А, это на интернете? Это вопрос, а не шутка. Нет. Так там не собственные были. Вопрос знатока. Минута на размышление. Нужна еще эта пикалка, знаешь, типа, минуту дается. А, да. Сигнал до и после. Так хочется теперь что, где, когда посмотреть, кто... По помощи знатоку. Я могу через микшер тебе включить. Не надо. Господин, как зовут этого парня, который усатый и всех защищает? Друзь. Нет. Друзь — это который умный. Друзь, который... Ашкеров. Друзь агрессивный, он никого не защищает. Не, он не играет, он... Борщевский. Борщевский, ебать, точняк. Господин Борщевский. А то... О, это правда немного другая игра, но минута пошла. У вас там лобби переполнено. Да, и автомобиль должен крутиться на заднем фоне. Стоп! Я знаю ответ. Это мастурбация. Ха-х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 а-
Бля, Денисович. Вы там, кстати, пробуйте заходить, потому что я кикаю всех подряд. Ну, блин, нет слотов. Писюха. Так может реально пересоздадим тогда, да. Так все равно набегут. Так давай пересоздадим. А мы пусть. Его предлагаю, господин Борщевский, да, господин ведущий. А вы хоть пробуете зайти на самом деле? Ну, конечно. Чё-то это, я нормально погуглил. А игра что, открытая или закрытая? Открытая, открытая. Ну, все закрою, ёбаный. А я не работаю. Пали. Значит, бесполезно. Будете вращать барабан или назовёте слово сласла. Смотрите внимание на экран, вот. Первая шутка уже заезжает. Бля. Во, хороший. ВКонтакте специально добавлен статус для факеров в пассивном поиске. Фак не оценил. Я вообще... Не, я просто уже этих шуток наслышался, они для меня уже просто смешные. Ребята, вы уверены, что вы заходите? Тут все те же заходят, да. А вы нет. Тут пишет 88, и даже кнопка присоединиться к игре не дает. Так вы через друзей так просто ты... ходите. Ну, да. Блин, я так через считаю. Через Steam сам. А-а-а. Да это лобби, это бесполезная вообще тема. Ну вот, хотел сам про Борщевскую пуштить, не смог в лобби попасть. Пусть заходят через друзей, жмет чат с другом, который в игре, и жмут присоединиться к игре. Ну, про это же и разговор. А как ну, ты Хисус остался. Успел не кикнуть в аду? Хисус, какой у тебя ник? Хисус. Я надеюсь, это не фейк был. Ошибка. Тихо, в лесу только не спит барсук. А, это, блядь. Нет, это оставим. Это старенькая шуточка. Про это барсука? Очень старенькая, даже не шуточка, а это... Как ее назвать-то? Песенка, что ли? Тихо. Че твой Борщевского на... это там полно анекдотов. О, это опа. Я. Опа. Ну все, погнали. Да, поехали. Рандомчик. Ну погнали, давай. Ага. Я, правда, не видел, с кем я. Inmate, Fucker, Dog, Wada. Все, забыл. Ну, меня устраивает два человека в пати со мной, пойдем. А, ну все, собрались. И Максон не скажет, кто не устраивает. Я понял. Но Inmate вряд ли может не устраивать. Не, ну да, мы сегодня вроде с Гудочком выиграли, но папочка такие изи, так что... Мечай только в КС еще не устраивает. Это либо я, или... Я просто не стараюсь. Ребят, ваше очко уходит в зрительный зал. Очень свеженькое. Короче, все, топ-рофлер Мервинг, поехали. А можно мне это кубок? Кубок? Кубок. Кубок рофлера? Что делать, если пятки больно на мониторе? Пятки? Да. Так, по-моему... Пятка, которая лежит на мониторе твоя, типа, или что? В тройку лидеров рофлеров врывается. Лёв, у него знакомый из Калининграда, не пятка. Это не шутка. Меняй пятку просто. Поищи в очки. У тебя же две пятки, правильно? Ой, инвы. Бля, рофлеры включились, как только появился кубок. Это очень легко. Нормально, у меня вылетело, господа. И руководит, покидай ты. Перезаходи, значит. Не, нам РМК присадило, еще уже какой-то рандом зашел. Не-не-не, давайте просто не двигаться. Все устраивает, все устраивает. Теперь тебя все устраивают? Я понял. О, смотрите, тут зомбарь лежит. Блядь, я горю, ебать. Все, я занял позицию. Где оружие-то, лол? Реально только... А, нет, рабаш. Так, а все, ливнул уже кто-то, господин Борсежский, Зои. Надо РМК, говорю, делать, вода еще не зайдет. Ну пошли и сделаем быстро. Я слышу кого-то, парень. Где мой долбанный нож? Пошли сделаем РМК. Больше точно, блядь, дольше. Надо быстро, на счет раз, два, три. Блять, тянет там хуесос. Я сливай, блять. Заходите. Раз, два, три. А, я в ту игру, короче, зашел.
все понятно. Это бывает такая тема. Я забежал. Мне кажется, самый крутой тут на втором слоте. Кого там еще пригласить? Господина Борщевского удалите, пожалуйста. Это я, это я. А, все. Ой, так все еще зашли сразу. Ну, у нас суфле опять. Бля. Так мы, получается, с Гудочком с тобой? Да, двое устраивают, поехали. Трое устраивают? Ой, какой трое, ты че? Ведь у нас вообще долбоёб. Ага. Я че-то, бля, Гудок, я не знаю, какой-то агрессивный. Это какая-то новая карта или что это? Подожди, Гудок, мы с тобой дважды, и тебя дважды кто-то не устраивает, я понял. Да не, ты нормальный парень. Просто это мое дело, да? Ага. В общем, меня вылетают, я не знаю почему. Блять! Может, потому что ты отдабаешься его? Нет, я все выключил, запускаю один лаз подает, и меня вылетают. Ну попробуй перезайти, пока мы не начали. Сейчас пока только Луис там. Давай быстренько. Пастика. Срфпук. Так а чё, вы пошли уже, что ли? Да, срфпук врывается, ребята! Да не тяни меня, мудила, ну что такое? Спасите меня! Срфпук, меня ребята это взял парень один. За них, кстати, бот имбалансный. Ну все, идем, ребят, идем. Блять, спектатор Кайл Королевский. Стоп, это только. Блять, Кайл Королевский зашел. А, что это? Подожди, Вада, это ты или это действительно Кайл Королевский? Это этот фейк. А, это фейк. Кто сказал, что. Ой, точность какая. Будем бежать или так и да, идем, ребят. Ой, там мы блеванули. Ой, громила. Ой, жрет меня, Рила, ребят. Погоди чуть. Так, ребят, ну все, я отдыхаю. Блин, я джекпот вон, да. Почему? Я что-то стреляю. Хорошо, они со мной. Ну, не хватило сделали немножко. Ребят, ну, надо... Перевязаться надо. Походил, я отдыхаю. Вам с помощью товарища. Ну, не ходите как хотите. А где ты есть-то? Ну, я вот за машиной, да, спасибо. Полечите меня теперь. Все, пока они там ритнулись, пойдем. Я типа вздыхаю, надо хил. Бля, да. С Лехой сыграли. Опять он блеванул, да, господи Иисусе. Мне тут на голову залезли. Спасибо. Так, нормально, да, что да. Бля, точно, зомби же не разговаривают. Все, завалил ебалом. Я. А кашляет лучше? Да, кашляет. Есть кто жив и может дойти до машины? Сейчас пойдем, гайз. Короче, там справа этот зомби сам стоит. 95 хп, Дрюс. 95. 90, я иду, 87, братиш. 84. Осторожно! Здесь громила. Ну, по-моему, это конец. Ничто еще не конец. Ой-ой-ой, тут много. Тун-тун-тун-тун. Ой-ой-ой, здесь их много. Значит, тиммейтов сейвит. Ой-ой-ой. Команда не доигрывает. Че там мы в говне, ребят? Бля, да че с Вадой-то, слышите? Я, в общем, играю целостный стэш, и это минут 10. То есть я только на следующую зайду. Игорь, я тебя покурил. Покурил. Блин, ну мы с одним без скайпа, ребят, это плохо закончится. У меня здравая идея родилась, короче, чтобы всех не спасти. И тебя не спасти. Или ты бежишь? О, факер хит Кайл Королевский. Мэтт, секундочку, подожди. Я спасу. Ребята, он убегает один. А может Кайла не спасать тогда? Пускай лежит.
Дождался, секундочку. Какой ты жирный, солыч. О, ребята, в итоге я один остался. Правильно, добей его, добей. Так, сколько у нас? 112 очков. Ну и все. Хорошо. Сколько Моглис пробежал? Они очень быстро бегают. Да, они быстрые, быстрые. Блин, ну сейчас эти уже знают карту, у них есть человек, все со скайп. Так, ребят, собрались. 112 это вообще. Вообще ноль. Не результат. Бля, а помните ту карту? А чё мы опять забыли? 200 вообще ноль, и вообще похуй, типа 9 очков набрали. И не смогли выйти, это когда ещё давно было, короче. Один раз, как надо проходить. Why you hate me? А, это, короче, из чатика чувак, он, в принципе, слышит. Ребят, показываю один раз. Все готовы? Да. Надо, а да. Ты кто? Ты тёлочка? Я... А... Не знаю. Или ты в пилотке? Не-не-не, он в пилотке. Он дед. А, я на этой карте смотрел спидран. Сокращение одно есть такое. Так, у меня плохой громила выше. Алёна, быстро. Ой-ой-ой-ой-ой. Лёха, я все еще смотрю. Поднимайтесь, давайте дальше. Ну, я бы с удовольствием, но там лежит курильщик, я в него зажал. Не знаю, насколько это. Где курильщик-то? Вот, на мне Хантера снимите. Жакея, вот, на лестнице. Ну. Да я к вам, короче, возвращаюсь. Его сбивать надо, вон я оттуда. В двушечках играем, в двушечках, стандарт. Это я. Проходим. Чё они попал-то, мать его? Проходим. У меня гранаты, которые их приманят всех зомбей. Сзади, толстяк. Куда дальше? Тут там стреляет это курильщик какой-то. Налево дальше. А, еще наверху это плевальщица ебаная, но она далеко. Блять, меня зажали эти зомби обычно. А у меня перезарядка. Кто это, девочка? Разверни, девочка. Блять, чертик пролетел мимо. Из-за фокуса. Плевальщица без позиции, нам в дом. Бля, на меня этот толстяк, короче, напрыгнул, нужно меня как-то подсейвить чуть-чуть. Там, о, кто-то лаг-бабак сделал. Так, я захожу в здание. Андрюх. В здание, походу. А. Говно, позиция. Нет, здание не надо, я чекнул. Не, ну кто же знал, то, что вы так быстро пробежите. Через здание. Ты прошел уже, Мерк? Да. Гугл дальше. Я от адреналина хапнул. Все прошли, да, через здание? Да. Зомбей много. Аккуратно, да? Ой, и кто-то в машину жахнул, сейчас будет весело. Кто-то? Ну все, я отъехал. Кто-то жахнул машину, говоришь, Мерк? А где ты отъехал, ты куда че? А меня там сзади вытащили. А чё ж ты не сказал ничего? Меня плевали, курильщик тянет. Да пофиг, Лёх, уже все, его не спасти. Меня спасти, и гранаты я отвёл. Дребзи. Ну чё, спасти? Да, спасти. Вот, да, его, все, шикарно. Жру аптечку. Правильно идём ещё? Да. Точно. Все, идем дальше. Куда? Вот сюда, через вагон, короче, влево. Вот так вот? А, тут, кстати, баки есть. Можно через гранату запрыгнуть на текстуру. Ну, на мост сразу. У кого-то есть граната? Нет. Ладно, побежали-то. Я-то заберу. Там слышно, наш чувак отстает, может его подсейвить? Бля, ребята, вы где вообще? Фак, ты где? Ебать, фак, у меня плохие новости для тебя. Да? А вы как пошли чуть там, где вагон был? Блять, ебаный хищ! О, это Жакей. Блин, я походу от Лёхи. А он не умеет играть в эту игру. Блять, плохие. А, вы спустились вправо, короче, я понял, где он. Ну там так и надо идти, это единственный проход. Кто? Кого-то убил? Огонь. Здорово, Лёх. Здорово, Андрюх, ты меня ждал? Я, да, ждал тебя. Ну, это мир был, походу, дело. Лёх, ну у меня аптечки нет. Это не Лёха. А, ну не Лёха, ты можешь меня смазать? А как хилить? На пятерочку. Ты на меня напал два вроде. Все. Не, меня стреляют. Мы бежим. Хорошо, что я отстал.
Блять, главное тут типа есть где-то вот это. Вот смотри, наверх лезут. Бля, Чарджер ёбнулся. Блять, сзади еще бумер идет. Ну вот такое, короче, меня похоже. Я зажался. Я просто отбиваюсь. О, все, вроде живу. А, не, меня курильщик угнал. А, курильщик? Так, тихо, тихо, дверь закрыть. Сейчас, это сейчас меня освободит. Не-не, все забей. Блять! Испугался, честно. Он мне по голове зачем? Ребят, ну, по-моему, у нас. Если бы еще говорил, где его взяли, вы еще дальше. Признайтесь честно, вы знаете же эту карту, правильно, Крис? Да это... Мы ее тренили с Мервином, слышишь, горит граната. Я слышу, да, здесь гранаты побыстрее пройти можно. Ты хотел как это, типа, спидран, да? Ну, я, да, смотрел. Пытался сделать? Тогда я же с ними же играл, с этими ребятами. Там, да? Типа, напрыгиваешь гранату под человека, бросаешь, и он залетает на текстуру. Ага, я понял тебя. Так, у людей. Ага, а почему мы интересуем? А, потому что мы побеждаем, да? О, у меня почему-то снайперка. Я калаш взял. Калаш норм тема. Я беру тяпку. Где тяпка? Тяпку. Ты тяпка. Бля, кто собрал тяпку? Дайте. Может, тяпку. Мы ваду возьмем? А у меня тяпка. И все, я пошел, Кас. Да. Идем? Только иначе. Кастрюли есть, ребят? Важно. У меня тяпка, пойдем. Можем зарашить, пока они позиции выбирают. Конечно, рашим. Блять, сколько ты... А, меня украли. Я зарашил. Я рядом с вами. Меня около входа прям. Я попытался. Около входа прям. Курильщика, ищу курильщика. Да я не могу, я не вижу никого. Убил курильщика. Около входа меня и отсвалили. Отличное начало. Не стреляйте по своим. Выдох в отключке. Тут охотник кушает. Все, нормально, нормально, нормально. Дуля, вместе держимся. Хорошо, да. Грузи, бросайте вот так. Дедуля. Да, да, да. Только я не знаю, куда я. Дедуля, ты... Блядь, это... Ну, таблеточка. И дверь. Где вы, ребят? Где вы, ребят? Меня прям перед входом ебашь, да. Да-да-да, сейчас подойдем. Да мне Дедуля. Мы идем, идем, держись, факт. Он держится за меня. Держись, 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 мы подходим. Ой, дедуля, жердяй! Я, на меня наплевали. Жердяй, не знаю кто. Я тяпкой отбиваюсь, мне похуй. Мерв, вкали себе, у тебя там колю, есть. Колю, колю. Адреналина хапнул. Я отбился, я тяпкой отбиваюсь вообще жестко. Сейчас подойду, я тебе помогу сейчас, стой. Стою, стою. Дедуля, не стой. Вот, не, смотри. Не, слушай, он зомби не разговаривает. Вова, помогаю, подожди. Дедуля, мы в тупке. Мерз. Зомби не разговаривает. Не, все нормально, смотри. Дедуля, мы... А смотри, Жакей. Сними, чё, тяпкой не ударишь уже? Мерв, сними. Хорошо. Вторая. Снял? Убальщица, смотри, убальщица, отойди надо. И этого тяпкой. Похуй, коллажный стыль. Убил дедулю. Раз такая катка пошла. По сейве, я подлечусь, по сейве. Ебать, опять Жакей. У меня 16 хп, я не знаю, где сейвить, я их долблю. Меня курит какой-то мудак. Короче, неплохо, значит. Дедуля, курит дедулю. Найсец. Изи. Ну нормально, ребят. Изи. Два черепка. Бля, вот эти короче, вот без полосочек. Это, вот, фокусим того, кто с тяпкой. Я, ребят, может, хочу... Чапка это слабое место? Не, чапка это... Думаю, это сильное место как раз. А где чапка? Чапка. Что-то найти не могу, ребят, what the fuck. Вот это тяпка, что ли? Вова, вот это вот, хорошо. Вот кто вот этот? Вот это вот. Я, вот да, это я. Видишь меня? Да. А, ну... Ну что, поехали, Гайс? Что, поехали. Тут... Главное, не тормозим, просто идем и все. Просто вперед. Просто тяпку сейчас буду. Давай, ставить. Открывай. Ну поехали. Так, тяпка. Все вперед. Ой, бля. Так, я не даю им выйти, ребят. Лёх, ты смог? Да, я смог. Тогда видишь, что с ними происходит? Пока нет. Спасибо. Так, ребят, меня сосут. Не в меня, сейчас меня не обязательно стрелять, ребят. Лёх, ты обманул. В смысле, что обманул? Я смог? А ты так, не взорвался. Так, и вперёд, ну, ребят. Что, я наплевал на них? Ты должен на лах-бабах делать. Так, кто у нас там вперед ушел? Я, короче, это очки выиграю сейчас. Чуть дальше меня не побегу. Там женщина убегает вперед. Все, бросайте меня, бегите, я. Ребят, женщина убегает. Так, подымать, ребята.
Так, ну все, меня курят. Куда я забежал? А Митяй вперед побежал, да, ребят? Ну, то есть они очень далеко бежали, по идее, просто мне добежать достаточно далеко. Красава, Митяй. Ребят, женщина меня убила. Но я ее вроде раздамажил. На 40. Значит, он правильно бежать? Сделал, надо было тоже бежать. Ну, то есть мы первый проиграли, по идее, мы, значит, можем как-то реагировать на это. Я карту совсем не знаю, куда бежать. Сейчас. Но тут в конце очень тяжело будет. Ну, я тебе достаточно. Я тебе могу сказать, тут на любой карте одному бежать невыгодно тебе. Я понимаю, но вот когда они пробежали 20 метров. Блять, ебать. А мы выиграли вроде, да? Вроде как. Ну, мы выиграли 21 очко или что-то подобное. Это я вам скажу такое себе. Потому что они в первый нас отыграли 200 с хером. Комитет большой, блядь, хер показывает вам всем тиммейтам. А, так что? О, быстрая карта, ребят. Заебись, изи чё-то. Ну, действительно, гол, может вот это, совсем бежать. Гоу за водой. Ну да, наверное. Идёт. Так, ладно, я пока трехминутку пущу. Слушайте, давайте только карту, которую мы знаем, а то что-то это не так весело. Давайте вот эту дефолтную. Ну, это карты из первой части, как бы. Давайте из дефолтную, где подоконник, это наша любимая. Короче, я жду за Вадой и типа... Слышите, чё? Да-да-да. Да, слышь, Соло? Так у тебя же там, по-моему, в команде Йолт умеет, знает. Да, они спят все. Спят? Нормальные люди. Да. А, понятно. Как ты с ними играешь? Нормально тут. Тут говорят, что игра очень громкая. А я, кстати, да, надо потише. А что это наши люди бы выходили? Три не наши человека. Так мы ждем, чтобы Влад создал, не? Или. Мы ждем, чтобы Влад зашел просто. А, понял. Так, Вады не хватает, и кого еще? Куточек. Так, Макс здесь. Так а что, если Вада не разобрался, то мы все равно в говне на самом деле. А Игорь Нексус есть? Он не будет, сказал. Да что это он? Терпил, что? Так он сегодня и пап с нами не хотел играть, сказал, я с парнем пойду играть со своим. Со своим парнем? Понятно. Ну да, так и сказал. Поставьте только рандомы себе, а тут что-то там уже выбрано по дефолту. А это, наверное, с того раза осталось. Да. Да-да-да. Так, а как менять? Choose character рандом. Да, на русском вот все я нашел. Я всегда на рандоме ебашу, все нормально. А Вада-то вообще тут мы его ждем? Может, он куда-то ушел? А короче, он все та же ошибка. Да, не знаю. Да... Подводит. Потому что он рыжий. Скорее всего, да. Но нам все равно восьмой не помешало бы. Скорее всего, да. Напишите Кайлю. НС позовите. Ну это к факеру. Чего? Ну насчет НС. Посмотри, что. Так я могу. Ну вот. Бля. И после этого обычно лошадь. Я не найду еще, наверное, лошадь. Ну, можно закомбинить, в принципе. Но вообще ну... приятнее было бы поиграть уже в эту игру. Не-не-не, нет. Хорошо. Ой, это я что-то вообще уже не помню. Бля, реально надо бы собраться как-то, организовать какой-то...
Статический, статический стрим. Бля, эти включения, это как то лекарство, которое форсили, блядь, неделю, наверное, реклама была у Дред на стриме. Какое лекарство? Первая самая реклама, там какая-то мазь была. Да, была какая-то мазь. Я форсили, а потом это так доблевотина надоело, что... И эти включения сейчас надоели. А, я понял. Бля, гудочек такой, типа, это... серьезно такой. А чё, у вас, ну, смотрите, нажмите на, там, на игра, Left 4 Dead, и там друзья снизу показаны. У кого-нибудь есть кто-нибудь свободный? Рандомного мы пригласили со скайпом, и все, и поехали. Есть у кого свободный друг? У меня 30 больше друзей, которые играют Left 4 Dead. You all friends. Олег, так, есть... Альберт... Есть Лерсус. Шачло в сети, но... Еще 50 ваших друзей играют в Left 4 Dead. Шачло. Nexus, Альберт. Адекват есть? Адекват. 0 часов сыграл. Ну вот. Нормально. Самое время начинать. Бедбаг 19.3. Android P. Кейк. У меня еще, у которого 1400 часов наиграно. Воля, вот, они подойдет. Вам, по-моему, очень... это как Ибаха позвали в КС поиграть, когда его никто не знал. Я беру Ибаха. ФП. Ну, мы до 7,5. У Кейка 39. Дайте пошутить. Поздно уже шутить? Уже поздно. Никто уже не оценит. Да. Слушайте, а может... Если так трудно восьмого найти, может... 34? Чё-то ещё. А все равно зайдет рандом. Ну, с рандомом мы уже проверяли. Это всегда, типа, дисбаланс. Он когда Вада к нам заходил, еще мы его не добавляли в скайп. Типа, это дисбаланс был реальный. Ну, типа, коммуникации никакой. А парень, походу, подготовился, зашел. Ну так уже все, конкурс прошел. После драки не машут кулаками. Да, про порноактера вообще-то. Кровь и шарики. Не, кровь и пузырики. Или кровь и арбузы. Мелон от арбуза. Ватермелон, арбузы же. Да и пошли вы нахуй тогда. Такая шутка. Ну вот уже была что-то про кенгуру, типа, потому что пошли вы нахуй, вот почему. Что, Андрей? Лучше ВАД. Ну он лучше ВАД, поехали, ребят, так. Погнали, ребят, чел лучше, чем ВАД. Хесус и Лёха, поставьте, пожалуйста, себе рандом. Да пофигу, поехали. Так у меня вроде кто-то есть из знакомых, кто играет в Лафанет. Так а чего ж ты молчал-то, блять, Мервин? Да он мне скайп писал, а скайп красный. Раз. Ну давай тогда быстрее там. Только он должен быть лучше, чем Сейлор. Потому что если Сейлор лучше, чем Ваду, будет довольно Сайлор. Если мы Сейлор. Да. Будет довольно глупо, если мы применяем этого человека на худшего. А какая там саба? Изумрудная? Нет. Какая? Хрустальная. Хрустальная саба. А, хрустальная, да-да-да. Че ты нам хочешь хрустальное подарить? Саву, это очевидно. Ты что, дурак, блядь, саву, конечно. Мерв, ну чё там? Играть-то будем? Не знаю, Мир сказал, у него скайп красный, и все, блядь. Это как кот красный. У Мирва скайп красный, пизда рулем не поиграем теперь. Бля. Ну шо, поехали так. Андрей, это
твой номер мобильный. Погнали, погнали, Мерв, съебал. Погнали с этим, все, похуй. Можно даже его сказать, добавить, если не понравится, удалить. Давай как три шафла. Три кика. Только три шафла. Мерв, что ты мозг, ты ерундой. Все, три шафла, три кика. Тот чел был лучше, чем Вада. Как тут парень хотел играть. Сейчас этот уебок зайдет, будет шутки писать 2-4. Мы, блядь, будем пересоздавать из-за этого. Пересоздадим. Блин, прощай. Блин, надо, короче, воссоздать на стриме игру в Кузю. Изи. Она на семерке работает-то? Я думаю, достаточно одного скайпа и телевизор. Скайп и телевизор. Все. О, это самое, подоконник, что ли? Да. Хорошая карта, да. Вон, а есть телепорт еще? Ой-ой-ой, топор взять. Ой-ой-ой, это моя любимая, я знаю, что тут мутить надо. Конечно, ты знаешь, что тут мутить. Лол, ты топор забрал? Да. А тут топор и пистолетики, да? Возьми лом. Ну давай с ломом буду. Или два пистолетика. Давайте топор дам. Бери топор, на. Не, я ковбоем буду, поехали, поехали. Так, ладно, давайте, ладно. Я танкую, короче, первый. Давай. Потому что сейчас какая-то хуйня выпрыгнет. Тут надо смотреть, чтобы под лестницей не заспавнились. Воган, осторожно будьте, а то улетите. Там охотник, короче, уже начинает прыгать. Давай, да. Там рашат некоторые личности. И правильно делают. Но у нас один товарищ пошел вообще не в том направлении, короче, поэтому мы идем дальше. Он все правильно зашел. Если в экзит идем, гайс. Вот сюда идем. Быстро в подок, пока никто не появился. И в окошечко какое-то. Так. Блять! Перепрыгивайте, пасиком. Пошли. На мана. А, один уже все, да? Да, ничего страшного. Это не наш, сзади. Хорошо, отрез, там да. Это толстый. Толстого минус. Да, что, горит, что сейчас ли? Лифт. Лифт будет. Да, быстрее, до лифта быстрее, дошли, лифт. до лифта. Быстро закрыть. Я нажал. Хорошо, парни. Мы втроем нормально. Без потерь, ёбаный в рот. Обычно этот голод даже заходит. Тебя зовут Элис? А кто такая Элис? Где она живет? Блять, нихуя себе. Паром ёбнул. За что? А зачем так рано наплевали? Ну ёбаный в рот. Ой-ой, наплевали там уже. Ребят, нормально, наплевали там. Сейчас танк будет. Не открываем, просто сидим тут. На туре, слышишь, давайте не будем открывать. Пускай они сами ломятся. Сейчас откатится плевальщица, давайте пойдем все же. Не знаю. А, да уже наплевал. Ооо, а я покоцаюсь. Не, не могу. Присяду на блевотинку. Попить, всё, что ли? Пойдем. Ну ладно, пойдем. Я открыл. А, там кто-то уже... Тут язык прилетел. Бля, шерхебаный погони. Меня тащит. Просто бегите и все, не обращайте внимания. Бросаем всех. Никого не спасаем. Всё, правильно. Блядь, не туда. А, нет, туда. Блядь, не туда все же. Не, не туда, братиш. Бля, ёбаный бумер. Давай дальше, короче. Вот тут сюда точно. Сюда? Ну походу через маленько это. Маленько осталось. Я до сюда ни разу не доходил даже. Я проходил этот весь уровень. Да так. Карта легкая. Блять, чарджер. О, ну смотри, этот наш. Я не знаю, кто там наш, я просто бегу вперед. А где блядь, вперед, братиш? Хантер меня схватил впереди. А я не знаю, где вперед. А плюнуть там под меня кто-то хочет? Лучше беги. Ну беги под меня-то. Ну пиздец. Просто беги, Андрей, беги. Так, а я все, я прибежал уже. Блядь, Джакей, ебан. Андрюк, в огонь пойдем? Давай. 3-2-2, ребят, нормально.
Что-то как-то и... Фак, так мы почти закончили уже. Да, у нас типа Блот и этот Мелонс, короче, Блот. И, типа он разводит, разводит на спауны. Все нормально. Ну хорошо, раз разводит на спаун. Я думал, все дерьмо, он на спауны разводит. Тут я знаю, где я заспаунюсь этим чуваком. Ребят, я знаю, что делать. Показываю один раз. Только быстрее расчехляйтесь там, расчехляйтесь. Тяпку берешь. Только иди далеко, потому что лучше пройти там четвером чуть-чуть. Я понял. Да, инмейт, мы не хотим. Наблевали, пожалуйста. О, хорошо. Вперед. Меня накинулись в коридоре. Так, ладно, я решил вернуться. Ох, ебать. У меня топор гейминг, я вообще не чувствую. Ой, царю. Сейчас я только догоню смокера, зарублю его нахуй. А вот тут этот доктор бежит в костюме. А ебать, а чё вы больные? Ну, юзайте аптечку. В костюме. Гудок. Я не в аптечке, я в окне. Всё, лечь, давай, пойдём. Из окна выпал лоб. Я за балкон искал, а там это... Нет, так балкона. План по такой, ребят, тут плевальщица, нужно пройти через это. Там танк вас ждет за балконом, я его вижу, там танк из окна ждет. Танк? Может, танк? Блядь, сука! Да я прям на балконе. Я убил Хантера. Я убил Хантера, я пошел за Чарджером. Я убил Чарджера. Сука, да, я тебя убил Чарджера. Короче, я всех убил, проходите. Можете пройти просто? Я кого-то восстанавливаю. Убивай их пока. Я всех убил. Хорошо, я кого-то поднял. Погнали. Вряд ли меня. А ты где? Я не знаю, я поискрей. Ну и сухой, походило. Не, я хаешку поднял. Я все еще. А вы со мной идете? Оставляйте. Я за тебя, прям за тебя. Оставлять тебя? Да, уходите вперед. Мне кружится тянет. У меня хп мало. Ну ладно. Знаете, давай до лифта дойдет, до лифта. Только давай спина к спине, смотри, сзади же Кей. Окей, же Кей, все круто, а куда лифт? Вот со мной пошли. Надо будет же Кей там это. Давай, проходим. Слесал стяг. Ломаем его нахуй. Не могу, я... И в лифт. Ой, я курильщики нашел. В лифт можешь? Я в нем. О, блин! Нажми клавишу. Я нажимаю. То есть нажми... Wait for everyone. Там кто-то не сдох у нас, и мы из-за него не можем уехать. А кто? Я сейчас справа же. Я сдох. Давай. Что-то изи-ка. Куда они выезжают? Не, я уже взял. И раз кого-то, ну то есть у меня много еще здоровья вроде как. Ну нам нужно до конца с тобой пробежать. Ну. Да и просто беги со мной. Я типа хуй знает. Ну я примерно понял дорогу. Давай я тебя брошу типа и... Не, ты меня если бросишь, то... То есть я сбегу, а ты нет. Готов? Да. Вперед, погнали. Вот, господи, меня все словили в какой-то хуйню в раз. Чашу раснимись, блядь. Я не могу, меня едят. Духи дела. Господин Борщевский. Зарин. Готово. Почти 2-2-8, ребят. Блядь, это был самый эпичный счет. Это как доставка мистер Кэта, да? Да. 2-2-8, 3-2-2-8. Ачивку заработал. Винник Тим, приятно-то как. Да, рукопашные бойцы, топ-1. Три. Что-то три. О, я даже не в топе. Лучший захват, ёпта, я во всех этих был в топах. Да. О, вот это я помню карту, в нее в обычно там не успевают зайти в дверь в одну. О, я не знаю, что тут там делать. Короче, показываю один раз. Страта называется. Не знаю, как называется. Еще короче, идем, я не очень доверяю нашему товарищу тренеру. Пойдем. Да, пошли. Тут эта штука лежит. Ну ладно, пойдем. Какая штука? Ну, которая нравится. А, да похуй. Пошли. Уже кто-то пошел. Пойдем. Господи. Плохая идея. А, кто-то топ-чарджер? Просто проходим дальше. О, по своим бахам два раза. Все скиллы.
Такое ощущение, ребят, что только против этих играем. Блять, жаки меня. Андрей. Yes. Ребята. Я пытаюсь. Все хорошо. Просто в своих хуярю по дефолту. Этого было, нет? Когда Лёха? Лёха, ты же знаешь. Ребят, надо в дверь. Ага. Блять, зомби, пойдем в дверку. Закройте с собой только. Дверки, да, закрываем. Гайз, что творим? Вот там вроде что-то может заспауниться интересно. Не, ну тут только тёлка. Никого нету. Они уснули, наверное, я не знаю. Бля, толстяк, толстяка откиньте. Бля. Ну нахуй. Закройте дверь, закройте дверь. Ребят, проблема. Большая проблема. Им, короче, здесь, наверное. А, блядь, танк, ну да. Я же говорю, танк. Бля, танк меня, блядь, вытолкнул на том хп, думал пробежать дальше. Ай, пиздец. Я тогда в этой комнате подключил. Это танк? Да-да, это танк, я говорю. Да-да. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, занято, ты чё? Да, это все. Мертв, отключки, отключки. Изи. Побегали, побегали. Солнечко готов? Я готов. Если они сейчас не промахнутся, как просто нами. Так, Жаки. Я готов, поехали. Поехали. Готов. Ой, бля. Тут танк рядом. Не танк. Взяли, Жаки. Жаки увозит меня потом, блядь, где возит меня, рядом с выходом. Ой, с кем-то хорошо сыграли. Да, нормально, нормально. Это ты там наблевал? Да. Я, блядь, в каждом раунде меня сразу берут, я заебался уже. Я даже 5 метров не прохожу. Че, сюда чего ли? Не-не, надо своих попцепать. Вы как? Вот, я типа за тебя. Надо на дорогу своих спасти сначала. Я рядом с Нигером. Дудочек, лечись, это микро. Бежи, слышь, ты. Полечился, Дудочек? Давайте да. В дверь, давайте в дверь. Не задерживаемся. Бля, плевали еще в говне. Дверь можем? Дверь. Бомбер убьем. Чарджер скиньте кто-то? Чарджер скиньте? Ладно, уже не важно. Почему не важно? О, на мне же нет, Я бью тебе выйти, ну делай. Ну, ребят, алло. Пацаны, хорошо. Я поднимаю. Но меня аптечку надо сажать сама где-то. Давайте в дверь. Мерт, где? Я говорю, меня аптечку надо. Ты меня поднял только что, значит, ты где? А у тебя нет аптечки? Да, где нет, Лёха. Ну, мне время нужно для неё. За травой, короче. О, блин, вы так долго всё делали. Кто меня поджёг? Их же обливали. Ещё наблевали. Лучше на самом деле здесь подождать, так, чем идти туда. А почему здесь огонь? Кто это сделал? Ты накидал. Молодцы. А лестница, давайте терпим. Сейчас пройдем. Чарджер сзади. Сзади чарджер. Бля, я трех чарджеров за игру словил. Ой, вот, ребят, танк идет. На лестнице прыгнули. Ребят, там идет танк. Сейчас танк станет, у них танк стал, по идее. Че же они умирают-то, о? Ой, ребят, как встали-то хорошо, а? Не, встали-то зависит, чё ты не умираешь-то, ё? Я танк. Есть норма. Бля, когда я играю на танка, меня изи килыч. Бля, как вы больше-то очков набрали? Мы из двери вышли хотя бы. Вышли. Бля, ну вообще правда. Да, вот так вы сейчас за выживших будете тогда. Не-а. А, не-не, да, по общему процессу. Танк. Танком приятно, ребят, играть. Must damage the survivors. Эрикс танк. Лучший танк, дред. У вас вообще только двое. Ну я был так... лучше танком, чем Мерф, это очевидно, так что. Заплевальщица. Так, я беру этот М-ку. Ребят, я снайпер. И еще у нас этот негр снайпер тоже.
Негр-снайпер, ребят, это не очень хорошая идея. Хотя... Ну они вроде как это... В основном обычные. Да им дробаши нужны. Я дробабик возьму. Так, все вроде, сейчас пойду еще... Все, я готов выходить. Давай, пойдем. Мы готовы идти? Да-да-да, пойдем. У нас один не мой в команде, но еще мы прорвем. О, сзади там бомбер лопнул. Попал по кому-то, не? Не. Лох. Поднимаемся спокойненько. Никто не умирает. Там жакей, жакей, блять. Меня забрали. Не, ну так мы не оставляем. Наверное, тут... Ну да. Так. Все поднялись, да, да. Наверх? Ага. Пошли дальше, тогда. Там уже не говорят отстреливать. Меня так, Хантер взял. Все, отлично. Нам бы как-то вместе напасть. Да, то есть они напали нас. Первые убили. Выживающие напали первые, но вы поняли, да? Против кого играем. Вот там. Ага. Okay. Никого не поймал, не заплевал. Так, вроде... проходим, тут надо спуститься быстренько, я помню, тут обычно плевальщица плюет, и я разбиваюсь нахуй. Блять, как ты попал-то? Охуеть, это парень, короче, просто снайперка. Все, вспомнил. Все, идем дальше. Скоро сигнализация будет. Главное, не ключ. Все, я чуть на минус морали, просто команду. Выломанную дверь справа надо идти. Жакей. Где Жакей? У меня был на голове его уже. А, окей. Хантер, Хантер на... А, вижу, вижу. А, блин. Опа, блевотинка. Так, жирный. Ага. Блевотинка, гайс. Сейчас я упаду, мне бы похилиться немного, а? Давай, 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 хилься, попытайся. Ага, плевальщик окей, далеко где-то. Это не плевальщик, а этот курильщик. Кого тянет? Блять, у нас здесь молодец. Кого тянут? Все, 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 никого не тянут, всех убили. Прямо сейчас идем, опять прямо. Наверх, да? Да, да, да. Ребят, я чуть-чуть отстал на миллиметр. Все, я тут. Так, а куда теперь-то, блин? Наверх и... сейчас скажу, куда. А, вперед, короче, дальше просто... вроде как. Ага. Так, факт, давай, информируй. Блять, если я не ошибаюсь, вроде... А, или там вход в этот в магазин какой-то. Бля, вообще не помню эту карту. Так, где ты чаржер? Не, я чаржер. А вон проход. Да-да-да, вот, сюда, в этом наверх. Так, Жакей. Вот сюда, да? Так, да-да-да, это Жакей, вот, ребят. Да. Я должен похилиться. Вот здесь, я думаю, хорошее место, чтобы похилиться. Подождите. Давай, хилься, давай. Ага, блять, сплиттер как-то плюнуло вообще раково. Да это Лёха, все нормально, там минус. Перепрыгиваю эту хуйню. А, это и туда не надо, блять. А я за тобой пошёл. Хантер, Хантер сзади. О, господин Борщевский что-то не доиграл. Ты чё, хер, блядь, спанул? Вот в эту дверь, короче, и пока не хочет... Удерживать Ctrl, Митяй, нажимаешь и прыгаешь. Ну, по-моему, не туда идём. Я в курсе, как работает. Не-не-не, туда-туда. Я вроде прыгнул, вроде спанул, но что-то он не сел. Так, а мы туда не туда идём? Туда, туда, ой, туда. Патрончики, катану заберу. Блять, а? Ой-ой-ой. Чёрт. Обезболивающий. Сразу ёб. Я перевяжусь, сейчас пойдет это, сейчас пойдет. Ладно, тихо, тихо. Не стреляйте. Слизь, слизь. Синхронизация. Резервуар лучей. Тут вообще не стреляем. Вообще не, не по стеклам мне надо. Так а как же они мы пройдемся то? А я не знаю, тут надо отключить или что? Не-не-не, надо в любом случае проходить, через стекла придется. Да, ну понятно, да. Ну только поднимите меня, если можете. А где ты? Меня это, повалили. Я вот тут лежу, в этой комнате. Сейчас стекла. Поднимем. Без стекла. Жакей, Жакей заходит. Меня схватил. Жакей, ребят. Все, спасибо. Так, давайте я катаны ебашу, вы спасибо. Поднимайте. Так, ну что, идем? Ну что, давайте, давайте разбиваем тогда. Все сразу выходим. Надо сразу выходить. А теперь бежим. Бля, там чарджер пытается еще оттолкнуть. Так, тут гранёва, все готово. Так, за этим, за знаком бежим. Тут.
пизда, короче. Где? Ну типа, а, все, так, отключить сирену. Отлично. Да-да-да. Бля, ну я уже. Подождите, она на втором этаже, что ли? Она нет, она, ну. Бля, я, короче, вафлёный уже. У меня хп очень мало, меня лучше оставить, потому что я еле бегу. Точнее, я уже просто иду. Так, а чё там? Меня это... курят. Не туда, ребят. Короче. Не, надо через низ. Да, я же говорю, на втором этаже. Блядь, кто такой Blood Melancy? Это тиммейт наш. А чё, он умеет? Очень хорошо. Ну я ещё ни разу не смог встать так, чтобы он меня не... Да, да. Все семщит, у меня раз три, ебана. Он просто какой-то... Там Хесс убегает. Мастер игры? Ну, я тебе говорю, что я сейчас залез на третий этаж курильщиком, спрятался между двух столбов, маленькую щель, тонул труба, а он меня сразу... Ну, может, нас подруга... А, просто. Ты его поймал, он тебе ебало дал? Не его. Ну, забей, там среагирует, блядь, представляю, может... Там Хесс очень так, далеко так, убежал, так. Его кто-то остановит? 75% нормально. Меня никто не остановит, не-не-не-не. Не туда шли. Надо было продолжить диалог, ладно, чтобы тактика это... отвлечь. А как... Sorry. Закрывать двери за собой надо, вот. Так, ребят, блять, тут это... Я почти дошел, куда? Какой... Да хуй знает! Бля... Жирный, блядь. Хромай, хромай! Ай-яй-яй-яй! Не знаю я! Спрыгни, спрыгни просто! Ай! Спрыгни, убейся! А, блядь! Бля, надо было суициться, короче. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну давайте, ребят. Я далеко за 89, удачи. Так. Тут ясно, парни, да? Капитуляция, по-моему. Чё, выходим сразу? Поехали. Давай, поехали. Шансов у нас вообще мало. Давайте, как обычно, разделяемся. От того, чтоб пуканули вот меня, чтобы бумер на меня наплевал. Ага. Бросьте, бросьте. Меня. Бросьте, бросьте, бросьте меня. Ребята, ребята. Ну ты где лежишь, ты лодай, фы-то. Просто бросьте его. Бросьте, бросьте. Это уже не смешно, кто-то говорит. О, срастемся около скалпера. Давайте, 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 срастаемся. Господи, меня тянут на эскалаторе. Но не может вытянуть, потому что эскалатор мешает. Да не, дэмэдж все равно наносится. Да, то есть сам факт, что меня где? Тоже бросили. На эскалаторе. Снизу, хорошо, она спасибо. Женщина. Прорываюсь. Сейчас, ребята. Там Леха убегает, это, блин. В смысле? Очень дикая женщина. А тебя убью сейчас, блядь. Господи, ты-то здесь меня? Откуда? Кудочка. Я пара не бежал к тебе и... Зачем ты инфу дал секторику, что я уже пришел к нам? Так мы видим, блядь. Я не видел тебя. Пацаны, вы за мной бежите, только честно? А. Прикрой меня от тебя теперь. Конечно. О, бумер. О, чарджер. Вот, блядь. Сбей его сверху. Ребят, помогите женщине убить. Леховнет что-то. Еще один, еще один. Что-то вы молодые. Бля, зачем я в угол встал? Ой, бля. Не знаю, ребят, вроде нормально катаю. Сейчас только полечиться, если успею, но без хука, ну нахуя? Ай, молодец. Я ранена. Да? Ты не куришь, бля. Не, я не курю. Не, это он, это скалолаз. Ой, нихуя. Минус два. Можешь это с ним сделать? Не, не можешь, его тоже едят. Так, туда и сейчас по эскалатору вниз. Все нормально, нормально. Так, и вот по эскалатору вниз спускаемся. Осторожно, ступеньки. Че, ребят, будете продолжать или уже ГГВП, типа? Галейн Файналс. Я за Энет не успел заплатить, сейчас пропадет. Через пять. Ой-ой-ой, и тут на... приятно, приятно.
Охуительный звук. Чем? Или это не ты был? Ты про чё? Калаш. Так, это последний уровень. Ну тут вы дальше лифта не пройдете. Мы это играемся. Да? Дальше лифт не пройдем. Мы подсобрали все. Пора, никто не хочет. Топор хочу. Сейчас думаете, что мы шутим? Так, давайте, погнали, погнали. Ой, я на Е, слушай. Тут надо вперед быстрее. Только меня не отдай, вот эту бабу не отдай. Изи, пошли дальше. Нихуя он мутит, чё. Походу за них кого-то ебаха отдали. А где он? Не знаю. Всё, он везде. Ваншот, ванкил, ходит, все с нами вверх и не парится. Поехали, лифт! Ребят, вы чего? Рано, рано. Давай. А как говорить в voice chat? А? А, X? Наверное, нет? В игре, да? Вы уже в лифте? О, лол тут. Не-не-не, разговаривать именно с ним, с чуваком. А, а вот черт его знает. А что у нас за сетап? А, у нас вообще... А, такая тема тут. Да-да-да, слышали, такая тема, нормально. Так это надо, сейчас нам сразу будет, наверное, это. А у нас этот, который... Баратрум, он готов? О, баратрум у них есть. Готов. Ой! Меня сразу смотрит. Барат... Не готов. Сюда подошел. Просто зашел и взорвался. Меня баратрум заел. А где зомби-то, ёбаный в рот? Барыш, вверх не отбивают. Бля, два зомби. А ведьма убежала просто. Ведьма, она просто убила сразу нигера и убежала. Она... Ведьма на меня еще напала, кстати. Она ваншотает, но потом типа умирает. А где все зомби? Ты же блин. Изи. Бля, поднимите, короче. Я пойду залью хотя бы один бак. Скоро мы на тебе поедем, говорит у меня чувак, но я так чувствую, что вряд ли. Жакей, привет. Привет. Кофе, Жакей. Бля, сколько зомби. Да что? Я предлагаю рассредоточиться и просто идти собирать всякую хуйню, потому что тут по одному сложно. Ой, чарджер. Да хорош. О, тут у тебя хп осталось. У меня? Да. Так а ты не попал по мне. Не, я тебя ударил до красного. Да, до красного. 14 хп было 20, стало 14. Одного удара не хватило. Да, ну блин, а? Идите делать-то. Ладно, Андрей, спасибо за помощь. По-моему, все, да? По-моему, да, приехали. Там фак лечится, его добить бы. Ну уже все. Фак, а меня там да, тоже где-то бахают. Бля, я... Там жаки, кстати. Какие просто там уже. А, меня тянут. Ой, ну все. Ну да. Фак. Ну ладно, дадим фору немного, ребята, молодые. Да, давайте, они, ребята, стараются. Давайте, чтобы нас выиграть, вам нужно все баки собрать в этой игре уже. Все баки соберете, все баки? Лёх. О, зачем все? Да, нам половины достаточно. Да-да-да. Половина баков. Очков. Давайте, давайте, 500 баков. Давайте, давайте. Баки все соберете. Смотри, у вас 1000 очков. Буду смокером снайперку чувак? Возьму и все. А, который... вот, все, соло собрал баки. Давайте, давайте, пока баки. Бля, пригорел, походу, или внук? Пригорел, пригорел. Ну, конечно, конечно. Алексей Пригорян. Тут у нас уже побежал собирать баки. Так, изи, Дрюс. Не понял. Чё, уже много баков, Лёх? И скайп тоже ливнул, что ли? Да, скайп уже всё. Всё, сгорел, да. Сгорел. Че, видимо, сразу убиваем? Вы ее не убьете, вы понимаете, сколько дэмэджа надо вписать? Она наша. Уже ваша. Так, а вы ж... Че, нас есть как игра откинуть? Че, это вообще граната. Ладно. Как-то. О, ведьма, врач. Да, здравствуйте. Я в минусе. А вот у нас ведьмы не было. Чё, давай, не рубила.
Она вот негра сразу ваншотнула. Да ведьма им баланс в таком месте, по ней по-любому выстрелят и типа ГГВП. Как да? Розетта... Бегать от нее просто всю катку. Да-да-да. Не, она... Она так-то быстро очень бегает. Она убиваемая, конечно, хорошо. Но на легком уровне она там сносит по 20 за удар. Типа она тебя сразу поваливает, у тебя сразу вот эти вот ХП побочные, ну, которые... Побочные. Вот при которых ты лежишь, короче. Так, ну появляйся ты уже, ну что такое? Аги, слышишь, кто я не знаю, как я на кого смотрю, да. Я стараюсь. Что справа стреляющая баба? Стреляющая баба? Ну, дочек кончился. Ты гранату кинул? Ой, я тоже кончился. Я сейчас тебя скину. Егор только работает, ребят. Отлично сыграно. Вообще изи. Он плюнул. Сейчас что-то бахнет. Еще Ника надо добить. Все. ГГ. Да. ГГ. ВП. Ну все, наверное, да? Заканчиваем, раз уже порасходились все почти. Да, да, все, заканчиваем. Получается, ну... Не пошла у нас сегодня катка БТ. На самом деле, до катки было веселее просто. Намного. Так и запишем, потому что не нужно это ТЛТ, можно просто в лобби как бы играть в это самое. Что, где, как? Так, ладно, я пока трехминутку пускаю. Ну ладно, тогда получается. Скайп-оффаем или что-то еще с ним общаемся? Я не знаю, посмотрим. Я думаю, может дотку еще гамзануть, хотя время уже много, в принципе. Ой-ой-ой, время 5 утра. Да, я и говорю, время-то уже позднее. А, ну мне завтра еще рано, надо там собираться. Хз, короче. Так, ладно, дорогие друзья. Дорогие друзья. В общем, стрим я уже буду выключать, наверное, потихонечку. Наверное. В общем, ладно, сейчас трехминутка пройдет, я подумаю как раз. Сейчас.
дорогие друзья, в общем, на сегодня все, потому что уже действительно довольно-таки много времени. Завтра лучше раньше проснуться, возможно, даже постримить, хотя сомневаюсь, 6 часов по Москве у нас сбор. Если до этого времени проснусь раньше, то тогда, соответственно, постримлю, но, скорее всего, нет. В общем, спасибо большое всем, что смотрели, и увидимся с вами в другой раз. До скорых встреч, до свидания.